Мне клетку очертили. Ну, если я выпрыгну, не пугайтесь. Ну, здравствуйте. Нормально так видно? А? Пишет уже. Ну что ж, давайте начнем. Сейчас, вы же знаете, модно говорить о кризисах. Везде кризисы, кризисы, кризисы. Но на самом деле главный кризис, который никто не замечает, это кризис духовного сознания. То есть люди настолько изменились за последние особенно сотни лет, что лицемерие, ложь стали нормой жизни. И именно вот это является основой всех остальных кризисов. То есть духовная слепота является главной причиной, остальное – это производная. Политика, экономия от отсутствия совести именно такая проводится. Поэтому в основном-то мы будем говорить о главной причине. Мы для этого и собрались. И упор сделаем именно на христианство, потому что рассматривать какие-то другие религии смысла нет. Почему? Потому что единственный раз на земле был Бог. Это самое сильное существо, которое когда-либо приходило на землю. Поэтому и рассматривать надо самый сильный вариант, потому что природа Христа была намного сильнее, чем природа пророков. И смысл его прихода в том, что до него приходили пророки, когда тьма на земле не была еще столь сильной. Почему? Ведь у каждого следствия есть причина. Почему именно Иисус пришел, то есть Бог пришел? Потому что тьма настолько сгустилась на земле, настолько люди уже стали мрачными, души настолько опутаны тьмой, что никакой пророк уже не справится, он не сможет защитить людей от того зла, которое на земле сейчас присутствует. И зло это производное от людей. Отсюда именно только бесконечная сила Божия может защитить нас, провести через вот эти вот тернии к звездам, как говорится. Вот поэтому мы немножко поподробнее потом говорить будем. Но для нас главное обрисовать, что же есть христианин, что же есть истинное христианство. Поскольку на земле большое количество направлений всевозможных, не буду повторять, какие, много. Вы понимаете, что при одном Боге и при одном Христе, как правило, только одно направление может быть. А если их много, значит, это уже можно сразу сказать, даже не разбираясь, что все неправильные, кроме какого-то одного. И где это одно? Если рассматривать принцип, что посеял, то и пожнешь, значит, любой народ сеет неправильно. Поэтому и живут все народы плохо. Нет ни одной страны, ни одного народа, где расцветала бы экономика, честные люди бы правили этой страной и так далее. Такого не существует, причем очень давно уже на земле. Следовательно, ни один лидер, ни один поводырь духовный не справляется со своей задачей. Почему? Вот. И дело в том, что, во-первых, искалечено само христианство еще у самых его истоков. И мы будем как раз об этом говорить. Потому что религия, как и любая другая идея, должна браться от источника, от первоисточника, а не от ее последователей. А вот как раз во многих вариантах конфессий берется почему-то не источник, а берется от последователей, какие-то богословы, какие-то там, допустим, апостолы, которые действительно сделали очень много. То есть христианство распространено было по земле благодаря апостолам. Эта работа была очень тяжелая, многие из них погибли, вот, и надо отдать им должное, что они сделали очень много. Но теорию, к сожалению, практически почти от каждого апостола вариант какой-то иной. То есть между апостолами были трения по поводу именно, кто больше понял Христа, кто меньше. Вот, то есть утечка была. И вот чтобы вернуться к истокам христианства, пришло еще одно Евангелие. Оно вот
«Зеленая книга в свете истины» автора Скарлен Эсбергард, который в начале 20 века, это где-то 20-30-е годы, написал этот труд, и брал он его не откуда-то, как говорится, как беллетристику какую-то писал, а он черпал из высшего источника. И он выполнил ту работу, которую выполнил когда-то Илья Пророк, и выполнил когда-то Иоанн Креститель. То есть это предтеча перед приходом главного действующего лица. То есть перед Христом был Иоанн Креститель, который говорил о том, что идет Мессия, и люди должны встретить его достойно, и так далее, и так далее. И сейчас эта книга примерно то же самое делает, что через несколько десятилетий вы узреете в каком-то человеке Эммануила, и не верьте никому, пока не увидите крест и голубь за его спиной, так же, как у Христа. То есть эти знамения не подделать никакому экстрасенсу, никакому-то проходимцу. Никто себя Богом называет на земле, таких тоже много. И это главное, потому что Бог наделил именно этими атрибутами тех, кого Он посылает от Себя. Далее, значит, мы определили, что христианство нужно брать из первоисточника. И что же первоисточник говорит нам? То есть прямая речь Христа в Новом Завете. Несколько фраз есть, которые совершенно четко дают характеристику христианства. В 23 главе Матфея на вопрос, значит, фарисея, по-моему, Иисус отвечает, вопрос такой: «Какова твоя нынешняя высшая заповедь?» Иисус отвечает: «Возлюби Бога твоего всем сердцем, разумением и душой своей. Это моя наивысшая и наипервейшая заповедь». А что такое наивысшая и наипервейшая? То есть без этой заповеди все остальные ничего не значат, если ты эту не выполняешь. Правильно? Это логика. Если наипервейшая и наиважнейшая заповедь не выполняется, значит, а зачем тогда вообще говорить, что ты христианин? А что же такое любить Бога? И можно опять обратиться к Христу, и опять его прямая речь, и он объясняет, что такое любовь к Богу. Но это уже Евангелие от Иоанна. «Если любите меня, выполните мои заповеди. Кто моих слов не выполняет, меня не любит». То есть еще раз там в разных, скажем, интерпретациях дается эта фраза. По-моему, в 14-15 главе Иоанна это все есть. То есть, пожалуйста, соедините вот как пазлы. Вот это наивысшая заповедь. И что такое наивысшая заповедь? Любовь к Богу. Любовь к Богу не может быть без выполнения заповедей. Даже ребенок может понять, что если так сказано, значит, она так и есть. Почему люди выдумывают что-то такое в обход этой конструкции христианства? Любите Бога. Любить Бога можно только выполнять заповедь. Кто их не выполняет, меня не любит. Это слова первоисточника. То есть Иисус Христос так сказал. Кто-нибудь выполняет заповеди? Кто-нибудь святой есть? Можно сказать, нет. И даже те люди, которые взяли на себя ношу нести якобы Слово Божие, они сами говорят, что мы его не выполняем. Что это очень сложно, это трудно. И получается, что Бога любить сложно, Бога любить трудно. Естественно, что это непростой процесс. Но ведь за 2000 лет можно было чего-то добиться самим священникам и дать эту инструкцию, дать этот опыт, эту методику, дать людям. Это им было поручено главой церкви Иисусом Христом. Выполнена эта работа? Нет. Можно сказать, а где подтверждение тому? А вы посмотрите на улицу, вы посмотрите на экран телевизора, что творится в мире, и вы поймете, что да, не выполнено. Значит, задача конфессии какая? Вести людей, куда привели, вы сами видите. И можно сказать, обвинять их не надо, потому что на то есть высший судья, он разберется, кто больше виноват, кто меньше, может, кто вообще не виноват. А наша задача найти самим путь, потому что если нас ведут не туда, куда надо, значит, любой человек, как по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Если кто-то озабочен своей душой по-настоящему, так будьте добры, найдите христианство, оно есть. И в свое время я тоже разбирался с этим, потому что несколько лет было потрачено как бы в поисках, вот где же направление-то нормальное. И в конце концов откристаллизовалось, и я вышел на ту часть Библии, которая и есть прямая речь Христа. Вот кроме этого есть и много других фраз от Христа, которые очень четко обозначают, что же должен делать человек. Ведь если человек грешник, в Библии обозначено, что сеешь, то и пожинаешь. То есть сеешь грехи, пожинаешь плохую судьбу. Что мы и видим сейчас. Вот. А если есть наказание,
то каким образом искупаются грехи? Вы же сами знаете, что в храмах нам обещают прощение грехов. Есть и мнение, что Иисус Христос кровью своей нас всех искупил, всех истинно верующих в Него. И почему же тогда эти все искупленные так страдают? Ведь страдаем мы за грехи наши. А если Он искупил нас, да еще нам отпускает грехи там довольно часто и многим, миллионам людей отпускает, может даже больше. А почему же эти люди продолжают страдать, несмотря на то, что их смахнули причину их плохой судьбы? То есть пустышка, она совершенно четко проглядывается, пусто, ничего не происходит. А каким образом по-настоящему отпускаются грехи? И тоже, пожалуйста, прямая речь Христа. Кому вы будете прощать грехи, тому и Отец Небесный простит. Прощайте и прощены будете. И в конструкции заложена в молитве «Отче наш». Господи, прости долги мои, как и я прощаю должникам своим. В этом и есть суть прощения. Если я в смирении принимаю те удары судьбы, те болезни, может, или какие-то неприятности, которые на меня наваливаются, это следствие моей греховности. Следовательно, если я признаю себя виновным перед Богом, перед людьми, я тогда не имею права на такие эмоции, как обида, раздражение, уныние, претензии и так далее. Вот когда-то эта логика мне и помогла лично мне справиться со своими отрицательными эмоциями. Раз. Дальше и страх есть, и тщеславие, и многие другие эмоции, которые тоже нужно искоренять. И на каждую эмоцию есть свой вариант методики, отдельный. Потому что в самом начале я понял, что вот так просто не смахнешь оптом, как говорится, все, это невозможно. А я стал искать, и постепенно, день за днем, как кирпич за кирпичом, я этот фундамент сложил. И в результате этого опыта у меня стало здоровье исправляться. Я, к слову сказать, с 21 год никаких таблеток не пью, к врачам не обращаюсь. Что бы со мной ни было. Вот, конечно, были и болезни у меня, особенно в самом начале, но постепенно, скажем, мой иммунитет восстановился. И могу сказать, в том числе и врачам, пусть они не ищут основы иммунитета, он в нашей духовности. Если человек перестает грешить, он возвращает гармонию нашего физического тела себе, потому что мы состоим из электронов, протонов и нейтронов в конечном итоге, нашей клетки. И они взаимодействуют в гармонии, пока мы их не разрушаем своим неправильным поведением, в том числе и мысленным, и эмоциональным, то есть чувствами. И человек понимает, что он грешник, но ищет грехи прежде всего в словах и в делах. А мысли и чувства для него как бы, это так, гипотетически. Вроде да, но и на самом деле, а может и нет. А на самом деле это тоже грех, потому что человек состоит из тела, из слов, из мыслей, из чувств. А дальше есть еще ощущения, это генерация духа. Вот, там чисто у нас. А вот когда нас Господь пронизывает законом, этим излучением, белым светом, и этот белый свет обнаруживает в наших полях, что мы завидуем, мы там боимся чего-то, мы и так далее. То есть все эти эмоции – это нарушение гармонии. И тело нам отвечает болезнями, судьба нам отвечает неприятностями, потому что судьба от слова «суд» происходит. Нас жизнь судит, нас свет судит, свет, который нас и породил. Ведь мы обращаемся к Богу Отче наш, ибо истинный духовный Отец – это Бог, а мы производные от Него. То есть, если Бог есть Дух, то есть, помните, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Дух Святой – это воля Божья. Вот, и поэтому она нас и породила. Соответственно, от Духа может быть только Дух. Далее. Есть очень много других понятий, к которым мы сейчас подойдем. Но еще раз я хочу напомнить, потому что это важнейший момент. Христианином может быть только тот, который либо выполняет заповеди, либо на пути к этому. То есть у него реально происходит изменение характера в лучшую сторону. И не медленно, а достаточно быстро. Потому что если понимает человек свою греховность и знает, как с этим бороться, он начинает это делать и видит, что в результате его этих движений в сторону Бога, в сторону света, у него начинает меняться судьба. И вот те люди, которые довольно долго уже в теме работают, и у них ничего не меняется, я говорю, только одна причина. Если вы думаете, что вы получаете, у вас получается, а на самом деле у вас ничего не получается, потому что отсутствие веры, отсутствие вот этого напора, отсутствие воли. Потому что человек состоит тоже ведь из определенных там, как бы,
ну, компонентов или как это назвать. В нас есть и любовь, потому что раз мы рождены волей Божией, у нас есть тоже и любовь есть, у нас есть и воля и так далее. Это качество наше. И вот если мы их не растеряли в нашей личной эволюционной судьбе, то мы, конечно, можем дать отпор. А если мы растеряли, значит, горе побежденным, как говорится, уж делаешь. И в свое время я, как бы вспоминая свою судьбу, мне приходилось довольно сложно, ибо ситуации были такие, что я чего-то добивался, но у меня всегда как бы ситуация менялась в государстве, и все это отнимается. Я думаю, я далеко такой не один был в советское время. Только что-то вот на плаву, раз цены повышаются, что-то меняется, какие-то там эти перевороты экономические, все. Я думаю, почему же вот не везет все время, не везет и не везет и не везет. Ну, всегда как бы больше рассматриваешь свою судьбу, ну и поглядываешь так на судьбу своей страны. Вот я думаю, какие-то мы несчастные, что ли, в понедельник родились, как в песне поется. Вот. Но потом, когда я начал разбираться в этой системе, оказалось, что виноват-то я сам. Вот, и если так вот, как я один человек, есть второй, третий, десятый, сотый, в конечном итоге 150 миллионов, скажем, россиян, или там 7 миллиардов на земле людей, выполняют они заповеди? Нет. Пытаются, но, может, некоторые пытаются, но большинство даже не озабочены этим. Поэтому грехи-то накапливаются, а искупления нет. Почему? Потому что ложный вариант, что придешь в храм и тебя там отпустят, или кто-то кровью своей это все искупил, это ложь. Следовательно, грехи на земле не уменьшаются, они только увеличиваются односторонне, только в одну сторону накопление идет, а разрядки нет. Что такое порождение одной эмоции? Скажем, человек кому-то позавидовал, он создал беса. Представляете, вокруг миллиарды людей что творят? Это только по одной эмоции. А сколько других эмоций? Бесовщина просто пляшет сейчас вокруг нас, потому что новенькие бесы. Миллиарды новых бесов каждый день, каждую минуту. Представляете, что творится? Представляете, сколько это за сотни миллионов лет накопилось на земле? И сейчас это как плотина стоит над нами, и кто-то вот скоро даст отмашку, на нас все это рухнет, потому что идет суд над нами, и вы сами это видите. Что деваться уже некуда. Либо человек пойдет к Богу, либо он разделит судьбу всех людей, которые не желают примириться с законом Божьим, то есть перестать грешить. Просто третьего не дано. И опять же, я говорю это своими словами, Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Кто со мной не собирает, тот расточает, тот теряет. Тоже первоисточник нам говорит. Почему так редко на проповедях вот эти фразы «воедино» никто не говорит? Почему? Я много ходил по храмам раньше и позже. Да потому что если это говорить, то люди поймут, что христианство вот такое, и тогда скажут: «Слушайте, батюшки, а чего же вы нас не учите этому, если это христианство, оно вот такое, а не такое, какое Павел сказал, и какой-то блаженный Августин сказал, или еще какой-то сон святых, наверное, что-то наговорили». Они, может, во многом правы, но, во-первых, не совсем точно, а во-вторых, у них нет такой силы слова, как у Бога. Ведь Иисус, по определению, Слово Божие пришло к нам на землю, а у Слова Божьего совершенно иная физика, то есть природа иная. Он может наши души поднять, потому что давление Его Слова действует на душу просто и оздоравливающее, и призывающее, и толкающее, и так далее, и так далее. А человек, который не выполняет заповедь, он шелестит языком, потому что сам этого не делает, и у него очень слабое слово, потому что верхние этажи человека, душа, не задействована. Она задействуется только при выполнении того, что он говорит. Давайте выполнять заповеди. Можно сказать, ну научи. А если ты не умеешь, что ты зовешь тогда? Потому что ты зовешь туда, куда сам не ходил. Что это за сталкер такой, что за проводник? Вот мы и толчемся на месте в тупике. Причем этих тупиков огромное количество. И нас растащили как по странам. Вот тут такое христиан, такое, такое. В каждой стране уже еще десяток таких вариантов. Секты, эзотерика. Все это, что это такое? Иисус тоже это сказал когда-то об этом. Когда будет лжепророков, лжеучителей много, знаете, что время пришло. При дверях стоит конец, вот он. Это одно из знамений того, что мы живем в разгар суда. Не с числа лжепророкам, по делам их узнаете, это волки в овечьей шкуре. Что такое по делам их узнаете? Дела какие? Нас не ведут к здоровью и счастью, и давно. Следовательно, дела какие? Не очень хорошие. И, естественно, есть люди, которые заблуждаются просто, а есть люди, которые намеренно
ведут эту пропаганду, чтобы человек не вышел за пределы рассудка и не выбрался в область души. Есть целые системы, которые оболванивают и оболванивают людей. Потому что если человек поймет, в чем суть его жизни, и найдет эти ключи от неба, этот человек будет совершенно независим от обстоятельств через достаточно короткое время. Если таких людей будет много, вся вот эта, извините за выражение, шушера просто рухнет, она не сможет нами ни править, ни так далее, и так далее. Народы начнут постепенно освобождаться. Один, второй, десятый, тысяча, два. Мы будем плацдарм отнимать у тьмы. И у лжецов, и у бессовестных совершенно людей, и так далее. Жизнь начнет налаживаться, потому что на нашей стороне будет Бог. Бог защитит нас. Почему не может? Потому что мы одной ногой к свету вроде тянемся, я говорю о нормальных людях, а второй ногой стоим во тьме, потому что грех – это соединение с тьмой. Грех порождает беса, следовательно, если мы порождаем беса, мы преступники, и Бог нас под защиту не может взять. Так же, как и нормальный прокурор непродажный не может защищать преступника, в принципе, потому что он надзирает за законом. Это контроль за законностью в стране должен быть. Поэтому, естественно, что Бог он не продается, закон этот. Естественно, он не может взять под защиту грешника, который не желает исправляться или не умеет это делать. Поэтому и моя задача – показать людям, как это делается. Как убрать и верхние этажи свои, а тогда, когда ты убираешь эмоции отрицательные, которые, в общем-то, доминируют, потом и остальное в тебе все начинает налаживаться, настраиваться. Потому что эмоция – самая быстрая волна, которую мы исказили. Если звук распространяется со скоростью 340 метров в секунду, мысли 300 тысяч километров в секунду, а чувства где-то на два порядка выше. Ну так примерно как в популярной литературе, около в 4 раза быстрее, чем электромагнитные колебания. Следовательно, доминируют эмоции. Поэтому пока эмоции не укротишь, никогда плохих мыслей не остановишь. Соответственно, иногда и слов, и дел. Потому что нас толкает это. Есть много вариантов, так вскользь скажу, что знаете, что есть индусские созерцания. Вот надо уходить от мышления, они умеют это делать некоторые. Надо перестать думать, сесть куда-нибудь под баобаб или под лиану, под пальму, вот, и уходить в нирвану. Давайте мы представим, почему я в России часто лекции раньше читал, и говорю, давайте, господа россияне, сядем под елочки и в нирвану. Через часа 2-3, в зависимости от погоды, окоченевшие наши тела найдут. И все, ну не пройдет это в России никак. Вот, и не думать мы не можем, потому что нас тут же кто-то начнет это обкрадывать, и еще что-нибудь сделать, потом надо доработать, чтобы заработать деньги на питание и так далее. То есть мы не можем сидеть и ничего не делать. Это не выход. Вот, и можно сказать, что из социума уходить не надо. Путь проверен, потому что социум что дает, в отличие от отшельничества? Во времена, скажем, людей, которые уходили в отшельники, добивались каких-то духовных высот. Эти деяния были между двумя пришествиями. Было пришествие Христа, а в средние века, как Слова Божьего, не было. Даже Ветхий Завет говорит, люди будут ходить от края земли до края и не найдут Слово Божие, что оно покинуло, убили Христа. И вот, можно сказать, сейчас на земле опять пришел этот луч, и опять он людям помогает, только его надо найти. И эта книга, вот «Святи истина», она говорит о том, что не Бог должен искать человека. Бог помогает. Но по свободе выбора, один из основных законов Божьих, мы сами должны к нему идти. А идти к Богу – это не значит словословить «Господи, я тебя люблю, у икон плачу, на коленях стою, целую эти иконы». Вот ну просто меня выворачивает наизнанку от любви к Богу. Это не любовь к Богу. Это прострация, которая ничего совершенно не дает. Ты можешь искренне заблуждаться, что это любовь к Богу. На самом деле, любовь к Богу по кресту. Перестаньте грешить. Вы мне, люди, мешаете вас защитить от проходимцев. Я имею в виду хороших людей. Потому что хороший человек – это не святой человек. Следовательно, что? Нужно меняться. И тут второй закон – закон движения. Вы знаете, если речка быстрая, там вода всегда хорошая и чистая. Свежая, и пьешь, и нормально. Если она остановилась, река, постояла месяц, все. Тина, камыши, все, оно начинает гнить. Вот так же и люди без движения, без духовного, человек начинает загнивать. И наша цивилизация вся тоже загнивает.
Везде так. И в интеллекте, если человек не двигается, и тело, если не двигается, оно тоже быстренько дряхлеет, и мышцы теряют упругость, и все становится, оно непригодным для жизни становится. Так везде, это закон движения. Вот есть закон подобия. Дело в том, что когда мы порождаем беса, мыслью ли, чувствами, словом ли, мы тем самым протягиваем руку тьме. Порождая беса, мы с ней связаны. И по закону подобия тьма к нам тоже идет, притягивается. Так же, как наркоман к наркоману, умный человек к умному человеку и так далее, и так далее. Поэтому, если я творю тьму, значит, тьма ко мне тянется, она со мной связана. И в моем поле постоянно гуляют черти. А люди их даже не видят и не чувствуют. Они это ощущают, как болезнь, как плохое настроение, как агрессия какая-то, потому что они разнообразные, бесы. И давайте еще немножко в терминах разберемся. К сожалению, в терминологии у многих людей сложились не совсем правильные ориентиры, что ли. А термин надо понимать буквально. Давайте возьмем такой термин – церковь. Что о нем думает человек? И у меня сразу всплывают храмы, кресты, люди, которые, скажем, пытаются профессионально нести нам варианты религии, конфессии фактически. Вот церковь, само слово. По определению богословов, это тело Христа, которое мы, частицу его тела, съедаем, запиваем кровью. Это символы, значит, Христа. На самом деле, тело Христа, можно согласиться с этим, что церковь есть тело Христа. Но по определению самого Христа, я думаю, никто протестовать не будет, что он сказал. «Я воплощенное Слово Божие». «Я путь, я истинная жизнь». Это цитата от него. Что такое воплощенное? Слово воплоти. Плоть есть слово. Поэтому съесть эту плоть, это значит принять в себя слово. И словом этим жить надо, а не записать на свои магнитофоны вот сюда и все время им красоваться вот этими фразами. Они какие-то такие красивые, из Библии говорить и говорить. И от этого ничего не меняется. Это попугайство какое-то. А на самом деле эту суть надо понять и жить словом Христа. Иисус это и предлагал. Причастным к Нему быть. Что такое причастие? К чему причастие? Причастие как самостоятельное слово не существует. Причастие к чему-то. Если я хочу быть причастен ко Христу, я должен жить так, как Он указал, то есть прекратить грешить. В таком случае я постепенно начинаю приближаться к Его предложенному варианту жизни. Если я этого не делаю, значит я лентяй. Как минимум лентяй. Поэтому церковь есть тело Христа, а тело Христа есть воплощенное Слово Божие. Значит, тело равно понятию Слово Божие. Вот вам один термин. И так многие другие тоже. Любовь к Богу. Любовь к Богу. Есть выполнение заповедей. Кто их не выполняет, Бога не любит. Соответственно, если Бога не любит, а что ты тогда мне зовешь на помощь? Бог нам говорит. Что ты меня зовешь на помощь, когда ты в день и ночь со мной воюешь? Будете вы помогать человеку, который вам постоянно пакостит день и ночь, причем даже не задумается об этом? А когда вы говорите ему, не надо так делать, да ладно ты, тебя и нет вообще. И все. Представляете, какая ситуация? И человек рассчитывает на помощь от Бога. Многие молятся и думают, что вот Бог придет и поможет. Помогает, да, иногда помогает. Потому что Бог действительно терпелив к нам. Но Он ждет, когда хоть какая-то часть людей к Нему развернется. И пойдет все-таки. Потому что движение к Богу, еще раз говорю, должно быть реальным, а не каким-то надуманным, непонятно что это такое. Вы помните такую пословицу? Благие намерения ведут в ад. Вот почему-то благие намерения у многих есть, а как реализовать намерения и превратить их в деяния, просто некоторые не знают, как мы, говорит, хотели бы, а как? Вот глаза боятся, а руки делают. Человек состоит из тела, из поля мысли. Можем говорить оболочка, можем поле. Из поля чувств. Вот это С, скорость света. Это 400C, скорость распространения эмоций. Далее начинается другие поля человека. Вот он, дух.
Это основа. Бог породил человеческий дух. Святой Дух породил человеческий дух. Мы по происхождению не божественны, и никогда и не будем им. Мы даже не первосотворенные. Вот мир первосотворенных, мы туда никогда не выйдем. Отсюда приходили Моисей, Кришна, Зарастр, Мелхиседек, может еще кто-то. Это было слишком давно, да и не суть важно. Главное, что они приходили когда-то. Зарастр. И пытались нам помочь. Это тоже духи, но они сильнее нас. Это другой мир, ближе к Богу. А поскольку на земле, я уже сказал, тьма настолько сгустилась, понадобилось нисхождение вот этой силы. То есть к нам пришла бесконечность в лице Христа. Это совершенно иная природа. Поэтому он так называемые чудеса творил. И у него это получалось. И он этими чудесами пытался людей убедить, что не священников того народа надо слушать, а меня слушайте. И он священников побеждал в любом споре, что вызывало страшную злобу против него, что и вызвало, в конце концов, обещание убить, они это и реализовали. Что же тогда есть человеческий дух и человеческая душа? Вот дух, порожденный Святым Духом. Ведь от Святого Духа, соответственно, название это тоже будет дух. Если вы человек, и папа, ваша мама тоже люди, из вас не будет какой-нибудь кукурузы, правильно? Он будет тоже человек. Здесь то же самое. Человеческий дух – это и есть человек. А вот оболочка сущностная, там эфирная, астральная, ментальная, так называемая, и физическая в конечном итоге. Вот астральная – это те чувства. Мы их испачкали, чувства. Мысли мы испачкали. Мир дел и слов мы тоже испачкали. А душа наша, она никогда не пачкается, потому что вот тут на границе просто не пропускается дальше. Поэтому если человек захотел серьезно, у него есть и воля, и терпение, и сильная вера, он начинает двигаться туда. Что дает вера? Вера – это не просто четыре буквы «вера». Вера – это состояние души. Когда я искренне, как ребенок, верит в отца и в мать, я верю в Бога. Вот если вера у человека такова, то здесь как бы открываются врата. Иисус назвал это ключ от небес. Помните разговор с Петром? Он говорил, за кого меня почитаете? Петр сказал, среди учеников первый сказал, ты Иисус Христос, Сын Бога Живого. И он настолько проникновенно это сказал искренне от души. Иисус сказал, вот тебе, Петр, ключи от небес. А почему-то католики зато заключили, что в Петре именно Петр главный. Именно в Петр есть скала, на которую опираюсь. Ничего подобного. Вместо Петра эта вера была ключ от небес. Любой человек, который поверит, открывается Богу по-настоящему. И это первый и обязательный шаг. Вера. Чем сильнее вера, тем шире врата открыты. И в ответ на эту веру тогда идет помощь, оттуда крестные силы. Нас защищает она. Но единственное, кроме веры, что еще нужно? Воля. Надо же бороться. Нужно терпение, потому что за наскоком кавалерийской атакой свои грехи не победишь. Это довольно долгий путь, что и доказали наши подвижники. Это долгий путь. Это заряжаться надо на многие годы. А человеку хочется быстро чего-то добиться. Поэтому у лжепророков, почему такой массовый успех? Почему лжепророками идут тысячи и миллионы? А за Христом пошли единицы. Почему? Потому что по природе человек ленив. И когда им предлагается вариант, вместо того, чтобы серьезно работать, кто-то тебя спасет кровью там, или еще какими-то вариантами, кто-то какими-то мантрами, тантрами и так далее. Все, давай туда, толпы туда. А единицы там, где работа идет. Что Иисус сказал по этому поводу? Я всегда буду его упоминать. Не входите вратами широкими, они ведут в погибель. Входите вратами узкими. И не каждый найдет эти врата. Пожалуйста, сказано, нам сказано, в том числе и каждому лично вам, каждому из вас это сказано. Вот что такое вера. Причем это все в опытном порядке добыто тоже. Потому что, когда у меня родилось вот это, я открылся, я это почувствовал. Мне даже образ пришел. Мне так хорошо стало, вот, как будто я с миром соединился, открылся. И я увидел цветок такой, как роза, лепестки, она как живая. И в ней маленький ребеночек лежал ножками, ручками, шевелит. И я так удивился, мне такой образ прям. И вот что это такое? Говорит, у тебя вера родилась? И вот, пожалуйста.
без веры нет помощи, потому что, помните, один из законов, еще раз напоминаю, свобода выбора, данного Богом любому человеку свобода выбора. Если ты творишь добро, то есть позитив, этот позитив в судьбе твоей возвращается к тебе, добро. Если ты творишь зло, то есть отрицательный какой-то негатив, то тебе тогда негатив возвращается в судьбе, что сеешь, то и пожинаешь. Как можно быть грешником и жить хорошо? Это невозможно, этот мир подконтрольный Богу. Поэтому так и живем. И поэтому ни одна теория, которая сейчас предлагается нам как религия, она не действует. Потому что везде возникли искажения. Почему? Потому что сатана со своей командой, когда приходит оттуда какой-то посредник от Бога, они тут же облепляют и пытаются с посредниками, какими-то проходимцами окружить и не дать этой теории распространиться в правильном варианте по земле, что случилось и с христианством. Ведь Иисус что сказал апостолам? «Вы еще не можете вместить то, что я вам даю». Тоже его цитата. Сказал, сказал. И позже, через откровение Иоанна Богослова, если поднимете Библию, 2 глава, 2 стих, он сказал такие слова, которые мне когда-то ужаснули. Он говорит Иоанну, который на острове Патмос в Греции в ссылке был, и в откровении Иоанна Богослова, что называется, Апокалипсис, 2 глава, 2 стих. «Знаю дела твои, труды твои, терпение твое, и знаю, что ты не сносишь развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они не таковы, ибо они лжецы». Фраза Христа. Почему? Потому что апостолы, к сожалению, при всей своей храбрости и при всем своем искреннем намерении распространять христианство, какие-то не поняли какие-то вот моменты. И стали распространять каждое свое христианство. В том числе получалось, тут искажение было одно, а здесь было два, а здесь 2,5, а здесь 1,5 искажения. Ну, это уже было не совсем христианство. У апостолов появились ученики, и они еще больше начали искажать. И уже во втором веке всполошили, что христианство в сотни вариантов, надо как-то удержать, оно в песок уходит. Это все в истории раннего христианства есть. Сейчас просто это все замалчивается, потому что очень удобно предлагать нам не совсем то, выдавая за то. Взять апостолов, самих цитаты у них интересные. «Наше знание несовершенно, придет совершенное и дано будет вам». И апостолы сами признают, что наше знание несовершенно. «Мы проповедуем отчасти, придет целое и дано будет вам». Тоже апостолы говорят. Вот оно пришло целое. Ведь что, кто сказал про эту книгу? Когда я ее прочитал, я говорю, в Библии от Христа не может быть не упоминаться эта книга. Потому что она меня потрясла просто. Это не просто текст. Он живой, он начинает тебя будоражить, если ты сам, у тебя еще душа отзывается на это. Когда я прочитал, я говорю, буду искать в Библии. Нашел в 24 главе Матфея написано. Будет игла, и глад, и мор, и войны, и военные слухи, и землетрясения, наводнения будут усиляться на земле. Народ на народ, царство на царство пойдет, то, что мы сейчас и видим. По причине беззакония вас охладеет любовь. Беззаконие что такое? Вот оно, беззаконие, грех, грешность наша. А любовь где? Любовь-то есть дух, производный от Бога, а мы от него сами себя заперли грехами. Мы отгородились от этого мира, от мира любви, поэтому у нас не получается ничего в любви. Вот поэтому у нас охладела любовь. Но он говорит, что это не начало болезни, это еще не конец. Претерпевшие до конца спасутся, и проповедано будет Евангелие Царствия по всей земле, и тогда и наступит конец. Он тем самым говорит, когда еще один придет и распространит Слово Божие на земле, возвращая к настоящему христианству, как оно было когда-то, вот тогда и наступит конец. И по логике, по справедливости оно так и должно быть, поскольку люди ищут Слово Божие, и многие хотят бы присоединиться к нему, но не знает как. Куда они не сунутся, везде варианты. Либо мертвые, либо полумертвые, либо четверть мертвые. Не дает входа. Нет соединения. Тогда что? Тогда Бог присылает сначала предтечу. Начало 20 века. Формируется текст, человек пишет. И говорит, через несколько десятилетий, вы знаете, Эммануила. То есть придет. Эммануил с нами Бог переводится. По-моему, с еврейского. Вот. И что же тогда? Нашел я это все, говорю, вот оно упоминается, что еще будет одно Евангелие. Евангелие тоже термин интересный. Ева,
Жизнь переводится ангел-вестник. Ева-ангел составляет понятие Евангелие. То есть весть от жизни, так можно сказать. Вот. Далее. Здесь в самом тексте, в этой книге, конечно, методики нет. Потому что, когда я начал работать, мне говорят, ищи сам. Чтобы победить свои грехи, мы тебе поможем, но ты должен сам искать, сам находить в опытном порядке. Но в этой книге дана, скажем, почему мы провалились и где искать сатану в человеке. Оказывается, рассудок. Я эту книгу прочел после примерно полтора года у меня был самостоятельный режим работы. Я многого чего добился. Книга потом мне пришла, я удивился, что я... Мне казалось, что я один на земле вот это все исповедую. Вдруг я вижу, что вот он текст, который подтверждает, что это именно так. Вот и в книге написано, что рассудок сам сыграл злую шутку. Сам по себе рассудок, конечно, не виноват. Это великолепный инструмент логики, но рассудок захвачен противником. И через рассудок вам вкачиваются мысли от вашего имени. Вы думаете, что это вы думаете. А на самом деле вам подсовывают очень хитро и коварно систему мышления, которая не ваша. У нас был такой деятель хороший, который когда-то фразу такую сакраментальную произнес. «Мы хотели как лучше, а получилось как всегда». Наверное, вы знаете такого деятеля. Вот и получается. Потому что действительно человек хочет сделать как лучше, а получается как всегда. Потому что очень вовремя черти переставляют стрелки на наших путях. И мы вроде едем-едем правильно, мы хотели сделать хорошо, а получилось опять плохо. Потому что нашими мозгами командует тьма. И чтобы мозги освободить от ее влияния, мне пришлось довольно серьезно попотеть. Потому что в самом начале попытка разобраться в своей греховности, что конкретно во мне плохого, и как это плохое победить, я убедился. У меня есть обидчивость, у меня есть ревность, у меня есть там тщеславие, у меня есть, бывает уныние, бывают страхи, ну и так далее, что-то еще там. А вот как конкретно с этим бороться? Пытаюсь обдумать все это, а мне мозг просто отказывает в логике. Просто такое начинается в голове, как будто кто-то там включил вентилятор, и вот так все. И когда я так день, второй, третий, я понял, что мои мозги отказываются подчиняться, отказываются исследовать мои отношения с Богом. Не хотят. А кто их хозяин тогда? Я тогда просто обалдел. Получается, что я в какой-то степени зомби, что мне не дают поднять голову и разобраться в этом. Ну, у меня упорство есть. Я, сколько жизнь меня валяла, вот я как Ванька встанька, меня повалят, я встаю. То есть я научился никогда не сдаваться. До последней секунды я буду бороться за свое. Вот. И здесь то же самое, я говорю, мы посмотрим, кто кого. Если есть тот, кто хозяйничает моими мозгами, значит, либо он меня победит, либо я его. Ну, я много фантастики читал, я стал применять кое-какие вещи, и в конце концов я свои мозги освободил от этого влияния. В течение полугода была битва. Но уже первые вот дни показали, что это возможно. Проскакивать стали, я все-таки хозяин. Меня задают, он опять, я хозяин. И вот так было. И только когда начали мозги мои освобождаться, настолько легко оказалось, ну, сами поймите, да? Первое, с чем ты разобрался. Вот моя судьба. Вот день, в который я разбираю. В прошлом я святой? Нет. А что такое моя несвятость? Моя несвятость – это есть серия грехов, которые я натворил. А грехи мои не только словесные, телесные, но и мысленные, и чувственные. Это все же человек. Почему мы отказываемся, что это грех? Потому что мы материалисты и считаем, что это еще не сделал. Вот, но это уже деяние, потому что отрицательная эмоция приводит к формированию моего внешнего поведения, во-первых. Во-вторых, как потом я уже увидел, что если какой-то человек, скажем, вам завидует, от него идет как поток грязи, зависть, бесы порождает, и эти бесы перекрывают вам удачу, у вас начинают дела как-то проваливаться. Чем сильнее зависть, чем больше таких завистников, тем хуже вам. И так далее. Каждая эмоция облепляет нас. На вас обижается, вам завидует и так далее. Почему у многих людей, достаточно интересных, талантливых, даже красивых, и даже порядочных, почему все сыпется?
Почему они погибают, почему им не везет? Потому что вокруг них бесовщина пляшет. Бесы начинают настраивать окружение против них. Им не нравится, что такой человек. Вдруг он прорвется, вдруг он туда пойдет. И поэтому без помощи сверху этот человек всегда проиграет. Далее, значит, мы говорим, что я признал когда-то, что я не святой. То есть у меня есть прошлое, которое исчеркано моими ошибками. Я не сильно плохой человек был, но и не святой, естественно. И вот когда у меня событие плохое состоялось, я сказал, не есть ли это следствие какого-то греха. Вот причина, а вот следствие. То есть есть в науке определение причинно-следственная связь, а в религии называется, что посеет, то и пожнешь. Это разные названия одного и того же закона. Вот. Но если я назову, что посеет, то и пожнешь, это не научно. А если назовешь вот причинно-следственным, здорово, почти кандидат наук. То есть, ну какая разница? Главное, что это действует. Но чтобы признать это, я должен поверить в Бога. Если я в Бога верю, тогда эта логика работает. А если я в Бога не верю, почему я должен подчиняться несуществующему закону? Понимаете суть? То есть материалисту это не надо, он не будет этим заниматься. Поэтому вера начинает запрягать человека в борьбе с грехами, в этот процесс вводить. Настоящая вера. Она имеет колоссальное значение, особенно для старта. Если я признаю, что я грешник и каюсь за то, что мое поведение было вне соответствия с законом Божьим, я это признаю. Признаю и каюсь. Что такое покаяние? Я не хочу так больше делать. Я не хочу так жить. Искренне не хочу. Господи, помоги. Я верю в Тебя. Что происходит? Врата открыты. Далее. Я покаялся. А если я покаялся, тогда старайся не делать больше грехов, иначе грош цена твоему покаянию. А человек не может их затормозить. Как? И вот тут как раз должны священники быть. Разве постами победишь грех? Помните, есть варианты, даже в классике есть. Кто-то там ничего не ел очень долго, кто-то себе руку отрубил. Ну хорошо, это по Библии, если ты там что-то подумал, лучше себе что-то отруби. Представляете, если мы на каждый грех будем реагировать, что-нибудь себе отрубить, скоро не хватит органов. Дальше-то что делать? А все равно в сознании это всплывает, куда же денешься? Каждый грех разряжается в человеческой судьбе как наказание. Что сеешь, то и пожинаешь, что сеешь, то и пожинаешь. Этот закон извечен, всегда был на земле, но человек воспринимает его немножко плоско. Во-первых, он эту фразу все время красуется ей в голове там. Но на самом деле, вот один человек здесь посеял, а вот здесь пожал. Но когда эта жатва приходит, урожай, какой-то человек, допустим, ему неприятность создал, он злится и обижается на него. Тем самым он не только на человека обижается, он не признает действия закона Божьего. Де-факто не признает. Он говорит, я, Господи, люблю Тебя, я хожу и иконы лобызаю. Но обида его на невербальном уровне говорит, мне не нужен Твой закон, понимаете? Я не хочу, грешить буду, но отвечать за грехи не собираюсь. Вот что такое обида, вот что такое уныние, которое говорит, у меня такая плохая жизнь. Кто же виноват в этом? Чиновники, правительство, церковь плохая, все плохие, соседи, начальники, собака кусает соседская, все вокруг плохие. Мне плохо, обвинение вот так. А кто сказал нам, вытащи свое бревно из глаз? И все поймешь сразу. А никто не хочет свое бревно вытаскивать. Бревно вот оно. И бревно это вытаскивается только через прощение. Это тоже Иисус сказал, прощайте и прощены будете. Искупление только единственным способом. Это Библия, Новый Завет, это слова Христа. Сравните слова Христа и поведение наших храмов. Что для меня является, если я христианин, первоисточником? Я голосую за Христа, извините. Как бы мне ни грозили, что ты еретик, что ты такой-сякой. Я еретик, но я почему-то выздоравливаю, мне жизнь становится лучше и лучше. А все идут туда, где хуже и хуже и хуже. Ну идите туда. Свобода выбора Бог нам дал. Вот что такое смирение. Это и есть истинное смирение. Когда меня бьет судьба, я говорю, я это заслужил. Поэтому я не имею права на такие эмоции, как обида, как уныние, как претензии кому-то, раздражение. Не имею права. Выхожу на улицу и, скажем, вошел в метро.
в городе. Конечно, там толкается, думаю, такая толпа, и все свои какие-то задачи решают вот так поперек, все бегают туда-сюда, в вагон вот так вот залазишь едва-едва. И у всех нарастает раздражение, усталость уже от этого, там такой вот фон висит неприятный. И можно сказать, если человек не эгоист, учитывая, что каждый человек, который куда-то идет по делам, он имеет право идти туда, выполнять свою какую-то программу, и ты в это вписался уж, если ты должен терпеть. И вместо раздражения должен стараться увернуться от этих толчков, а уж если столкнулся, ну повернись, улыбнись, извините, скажи, ну я виноват. Зачем эту агрессию-то множить? А люди в основном, моя задача прорваться вовремя туда, и мне плевать на всех, локтями будут толкать. Конечно, есть там и хорошие люди, но большинство почему-то вот этот поток агрессии создают, и он все более и более нарастает. Поэтому вот это, можно сказать, я когда-то взял в рамку, и как только у меня начинается обида на кого-то, что много такой несправедливости в адрес мой шло, я мгновенно вот эту вот для себя рамку, вот опять с Богом воюешь, я не хочу, я прощаю все, я прощаю. Было очень тяжело прощать, особенно первое время, потому что мне сразу в голову чертовщина лезет, дай ему отпор. Я говорю, я бы дал, но уже нельзя. Я начал бороться. Следовательно, вот эта кротость должна появиться. Смирение, смирение. Поэтому ложно считать, что христианство – это какая-то беззубая религия. И христианам поручено, скажем, главой церкви топтать, подставлять щеки. Ничего подобного. Ничего подобного. Проверено, что если я начинаю вести себя так, какой-то период, да, вот идет, но что происходит? Это мой рюкзак с кармой. Если я в смирении принимаю без обиды, без раздражения, то кому вы будете прощать, тому и Господь простит. Будете прощать, и Господь простит. И вот она схема работает. Проверил. Через полгода вот это вот у меня стало таять. Через полгода у меня некоторые болезни из меня стали уходить сами. Но вот эти полгода надо было идти и верить. Вот вера – это посох, на который опираюсь, я протопал, пока вот это чистилище, первоначальный вариант, протопал. И смотрю, да, сердце перестало болеть, а я уже думал, все, мне конец. Суставы начали налаживаться, бронхиты вообще перестали. Смотрю, жить еще можно, почки болеть перестали. Я думаю, мы еще повоюем тогда. То есть приходит ответ, реакция на твое поведение. Далее, значит, есть такие эмоции, как страх. Есть там ревность, есть тщеславие, ну, уныние туда же, собственно, это группа эмоций, вот через эту картинку убираешь все время. Каким образом я страх победил? И мне было рекомендовано когда-то, если ты не победишь страх, ты ни шагу дальше не сделаешь. Почему? Вот здесь то, что индусы называют третья чакра, в этом районе страх сюда бьет. И многие люди, которые сильно пугали, тут спазм такой сразу. Горе сюда бьет, когда вот теряете что-то дорогое, прямо здесь сжатие идет. То есть у нас запирается этот луч. И поэтому здесь как раз идет соединение энергетической души с телом. Поэтому если страх, мы практически блокируем душу. И вот ты мне сказал, ты ничего не добьешься, если ты не сможешь победить страх. Каким образом я победил страх? Я так размышляю, сказал, вот Бог. Это не просто три буквы. Это абсолютная справедливость. Это абсолютное совершенство. Поэтому если справедливый Бог создал справедливый мир, если я в нем себя веду неправильно, я не буду искать виноватых никого, потому что я сам виноват в строительстве своей судьбы. И если я что-то натворил, я должен ответить по счетам. Была пора разбрасывать камни, пришла пора собирать камни. Я их собрал в своем огороде, по крайней мере. И вот поэтому сказал, Бог абсолютная и сила в то же время, бесконечность по сравнению с конечной тьмой. Тьма ведь конечна, она распространяется только в материи, в грубой материи и в легкой материи, то есть эфирная материя. И по сравнению с бесконечностью, любая конечная величина есть бесконечно малая. Это элементарная математика. Поэтому я говорю, а чего бояться тогда? Если я изо всех сил искренне душой иду к Богу, я чувствую, что у меня меняется все в лучшую сторону, значит, Бог со мной, проверено уже. Я говорю, я не верю, что Бог есть, я знаю, что есть уже фаза другая, убежденность, это уже не вера. Через опыт приходит убежденность. Вот поэтому я перестал бояться, что тьма со мной расправится или что-то сделает.
Сначала победа была одна, потом пошли за мной люди, один, второй, десятый, двадцать, двадцатый, сотый. Что это такое? Присоединяя чью-то судьбу и пытаясь его вывести, фактически я начинаю выдавать меч-кладенец против тьмы, абсолютное оружие. Смирение есть абсолютное оружие против тьмы. Почему? Если я сумел простить искренне от души, бес уничтожен. Он за мной тащился на веревочке. Их миллионы за мной. Еще простил, еще бес уничтожен. Прощаю. Уничтожается чертовщина вся. Волей Божией растворяется, как кофе без осадка. Все, нету его. Следовательно, бес объявляет мне войну. И я не устаю, если Бог не даст мне этой поддержки. Не устаю. В одиночку не справлюсь. Отсюда получается, что вот вера и крещение нужно. Крестная сила. Что такое крещение? Вот воля человека, я нарисую так условно, скажем, у нее определенная мощность, ограниченная мощность, а тебе на помощь приходит, еще раз говорю, бесконечная мощность. И тогда тьма не может с тобой справиться, потому что, еще раз говорю, бесконечность сильнее конечной величины. Вот вам просто объясняю по-детски, почему мы сражение выиграем, если с нами Бог. Но с нами Бог будет только в одном случае, если мы начинаем разоружаться, сбрасывать все грехи, реально не думать, что мы это, боремся, а реально совершать это. Это есть движение. И крещение, как бы восьмерка тебя накрывает, бесконечность, и держит туннель туда. Да, бывает трудно, бывает очень трудно, но когда ты идешь в этих трудностях как раз, как я всегда говорю, чем хуже, тем лучше, когда вот людям говорят, мне так тяжело, мне дома достается, мне началась такая вот просто, как будто меня бьет и бьет, я так смотрю, говорю, у вас сейчас просто период повышенного искупления, протерпите. Если нужна поддержка, я помогу. Но иногда вижу, что вот в этом частом таком эпизодах этих частых идет повышенный режим искупления. Человек переходит на другую ступень. Он выше идет. А без искупления нельзя. У меня это вот особенно было первые полгода. Очень тяжело было. Практически ежедневно неприятности какие-то, болеть, что-то болит, что-то у меня там украли, что-то еще. И надо мной уже смеялись тогда, что вот ты поверил в Бога, и у тебя жизнь намного хуже стала. Я говорю, так это ж чистилище. Вы что думаете, что туда идти можно, не сбросив, не ответив по счетам, не пускает грязных в чистую избу, извините, ну не пускает. Если пришел в грязных сапогах, обляпанный грязью, хозяйка, допустим, хозяин на пороге встанет, скажет, ты что сюда пришел, иди отмойся. Потом я тебе, может быть, и пущу в гости. Здесь то же самое. Для этого сначала искупление нужно, а потом эти ступени завоевываешь. И в конечном итоге прошли годы. И вот когда-то вот сюда я начал, я чувствовать стал, что душа ко мне возвращается. И тогда появился тот сканер, который мне сейчас очень помогает жить, который совершенно четко чувствует, что мне надо делать, а что мне не надо делать. Голова зовет, идем туда, там великолепные заработки, ты же можешь заработать. Я говорю, могу, но мне это не очень интересует. Мне больше интересует другой результат, как можно больше людей поднять на борьбу, чтобы судьба у них изменилась к лучшему. Это мой главный заработок, все. У меня действительно это так. Вот, и многие меня не понимают, скажем, ты человек, ты такие способности имеешь, давай, можно отвязки, привязки делать. Мне говорят, ну, тебе клиентов сейчас сотни нагоним, закажут там тысячу, две тысячи долларов, ты миллионером будешь через там три недели. Я говорю, вы что хотите, чтобы я вот эти силы запряг чертовщиной заниматься? Конечно, разбогатеть я могу быстро, но это будет предательство собственной души, и будет кошмар. Я уже не говорю о том, что потом мне судьба просто размажет за то, что мне доверили такие силы, а я их использовал вон куда. Поэтому вы понимаете, да, что такое крещение, что такое вера, что такое покаяние, что такое смирение. Ну, какие еще там есть термины? Ну, вот еще свобода воли и любовь. Давайте посмотрим. Свобода воли, я уже говорил, что человек, делая позитив, он получает, естественно, плюсы в судьбе. Делает негатив, он получает минусы в судьбе, поэтому мы хозяева своей судьбы. Фатализма никакого нет, это совершенно ложная философская категория. Нет фатализма, нет неизбежной судьбы, доказано многими людьми. Все в наших руках. Всего лишь навсего надо знать. Для нас, что такое истина для нас?
Это знание закона, потому что мы пришли из бессознательного мира. Давайте уж обновлю картинку. Вот творение, условно. Первый слой – это первосотворенные. Я говорил, это мир пророков, оттуда приходили к нам пророки. Духовный мир. Сознательно, сознательная его часть и бессознательная часть. Вот мы бессознательные, то есть мы пришли на землю добывать сознание. Почему именно земля? Потому что мы слабые, то есть мы ленивые. И до сих пор эта лень нас мучает, мать всех пороков, как говорят, лень. Чтобы эту лень разогнать и пройти в сознательный мир, то есть ближе к Богу и ближе к свету, нас, как бы, поскольку мы самостоятельно вверх подниматься не можем, не хватает потенциала, нас отправили в более плотные миры, чтобы научились ходить в более плотных мирах, преодолевая вот эту обстановку на земле, мы тем самым через работу восстанавливаем свой потенциал духовный. Или не восстанавливаем, а добываем его. Мы разгораемся. Дух не может двигаться, пока у него нет необходимости. Необходимость – мать движения. Сам дух не нуждается. Ни сон ему не нужен, он не боится ни холода, ни голода. Ему ничего не нужно. Но стремление к познанию есть, заложено в нашем духовном. Поэтому пошли вниз, сущностный мир, эфирный мир, и в конце концов вот он, земля. А на земле нам дали костюмчик тела, который нужно поить, кормить и так далее, и так далее, и так далее. То есть заботиться о нем. А если заботиться не будешь, либо тигр тебя зажует, либо ты замерзнешь где-нибудь и так далее. Либо с голоду умрешь. Надо работать. И вот пошло. Со скрипом, со скрипом, со скрипом тело началось учиться. Да, многие люди погибали, но постепенно, постепенно. И тут вот возникло грехопадение, что сатана посоветовал человеку. А зачем ты вообще это, куда-то чего-то? Ты сам можешь Богом стать. Давай, ты с древа познания, он Еве, сорви, и все, и ты будешь скоро Богом. Ну, зачем тебе там какая-то эволюция? Послушала Ева. Результат, как видите, сейчас мы наблюдаем. Вот произошло физиологическое смещение чисто мозга, потому что это многие-многие сотни миллионов лет назад произошло. И вот эти миллионы поколений вырастили. У нас когда-то мозги, передний и задний мозг, вот так я нарисую, чтобы понятно было. Передний мозг у нас считается, или большой мозг. Это... И мозжечок, продолговатый мозг, это задний мозг. Так вот, именно мозжечок ведал приемом информации от Бога. Тонкие вибрации, немножко другая микросхема, как говорится. А когда-то и мозжечок, и передний мозг, паритет был примерно одинаковый. Но за миллионы поколений передний мозг больше и больше развивался, поскольку какая мышца у нас задействована, то и быстрее растет. Поэтому под соблазном Люцифера, который «давай, давай, давай», чем ты умнее будешь, тем быстрее Бога догонишь. Раскачивая у нас это тщеславие, что мы станем богами скоро. Мы пошли по кривому пути, кажется, не туда, куда надо. Поэтому передний мозг стал нарастать. Эволюционный закон такой. Функция, которая востребована, начинает превалировать все больше и больше. Скажем, в новом поколении этот признак передается. Это уже, кажется, азбука. Поэтому передний мозг намного обогнал задний. Поэтому эта радиостанция... заглушила начисто связь с Богом. Вот и все. Восстанавливать это придется. И у меня с 94-м году, когда все события начались, у меня кружилась голова, я терял равновесие. Я сначала подумал, что я разболелся. То есть все, мне надо трепанацию черепа делать, и там что-то иссякать, какие-нибудь там эти эмболии сосуда или еще что-то. Оказалось, нет. Мне просто подними руку. Текст пошел, подними руку, она у меня сама начала подниматься, и начала это, правда, левая пошла. Восьмерку, говорит, ты давай. И рука сама восьмерку вокруг затылка описывать. У меня минут 10 так помахал, помахал, у меня все прошло. И говорит, ты не больной, так надо. Вот, потому что вот эта структура, она, скажем, получила какую-то инъекцию сверху, и у меня пошел прием, текстов пошел прием, образов и так далее. То есть мне помогли, я это не добывал. Какой-то своей исключительностью, гениальностью, ничего подобного. Я как обычный, нормальный, средний человек. Вот. И это очень важно понимать, потому что это не от гения зависит, это от веры и от намерений твоих истинных, что в тебе есть искреннего, найди в себе и направь этот вектор туда.
Поэтому и у вас, у любого это получится. Нет ни одного человека, у которого это не получалось бы. Естественно, что я не беру очень завистливых, очень жадных и очень-очень всяких других. Вот. Ну, относительно нормальный человек это получит. Вот и то, что я хотел эту картинку нарисовать. Зачем нам Земля, то есть суть эволюции и смысл нашей жизни, смысл бытия в чем? Законы Божии пронизывают все творение. И человеческий дух, в том числе и вот мы, есть производная от воли Божией. Почему вот отче наш, а вот его ребенок, дух. Соответственно, если воля Божия сотворила нас, то мы тоже очень чисты, мы просто несознательны. Дух человеческий – это тоже светлячок, это тоже огонь, искра. И вот этой искре предложено. Свобода выбора. Ты можешь делать, что хочешь. Хочешь это – твоя воля. Так же, как ребенку. Давай, живи, учись жить. Вот. Если отнять свободу выбора, тогда человеку не за что отвечать. Что такое карма, как его называют? То есть ответственность за свое поведение. Это из-за того, что свобода выбора есть. Если нет свободы выбора, нет кармы. За что отвечать, если ты обречен делать только так? Вот поэтому Бог доверил человеку вот эти миры все. А мы их испачкали, вместо того, чтобы их привести к гармонии. Вот это и есть и свобода выбора, и отсюда и ответственность. Почему и закон такой, что сеешь, что и пожинаешь. Все от свободы выбора. И глава вот эта есть у Абдушина. Там, наверное, страниц 10-15 посвящено. Это такая глава интересная, там очень много. Сразу как бы понимаешь очень много, почему это происходит. Книга очень информативна. Далее. Если говорить о любви. Помните, Иисус по определению был любовь Божия, да? К нам пришла любовь. Я могу еще сказать, когда-то пришел Иисус 2000 лет назад. Это был последний терапевт на земле от Бога. И люди его убили. Тогда Бог сказал, ну что ж. Иисус говорил, я исшел от Отца и возвращаюсь к Отцу. Я и Отец едина суть. Ну, можете так представить, что Бог протянул руку, вошел в творение, потому что войти в бесконечности, в конечную величину невозможно. В принципе, невозможно. Это просто будет расплав и уничтожение. Он прислал именно ровно столько, сколько помочь людям, но в то же время и не сжечь все вокруг. Это была любовь. А теперь, когда любовь убили на земле, это было последнее предложение от Бога миром с людьми поговорить. Тогда Бог присылает волю. А воля – это Святой Дух. И поэтому, когда приходит воля, здесь вопрос ставится ребром. Либо вы с Богом, либо вы с чертом. Вам последнее предложение. Накануне идет книга, которая описывает и готовит людей к этому событию. Пожалуйста, многие люди не верят, миллиарды людей в это не верят, или там как-то по-своему верят. Но можно сказать, это ваш выбор. Но когда придет этот момент, тогда не говорите, что вас не предупреждали. И мне тоже говорили, вы же не везде ездите. Я говорю, ну в интернете есть много. Есть люди, которые приезжают из других городов, вот есть люди, которые приехали из других стран. А я читаю лекции, скажем, в своем Жуковском, в Москве. Там с соседней улицы никто не приходит. А их это не интересует. И поэтому я, когда читал лекции в военных училищах, там в вузах в некоторых элитных, там, где настолько скептически настроены, это совершенно не моя аудитория. Но мне туда предложили. Я там почитал, потому что кто-то был проводником, там завкафедры был, где-то, слушай, такая тема, давай нашим ребятам. Приходишь туда. Я выхожу и думаю, вот просто говорю, Господи, зачем же я терял время? Я как впустую читал лекцию. Мне говорят, нет, ты прочитал лекцию. И эти люди, когда начнется что-то, они не посмеют сказать, что их не предупредили, у них права на это не будет. Все. Я понял, что тоже полезно. Везде надо сеять. Возьмут, не возьмут. Помните слова Христа? Один дом построил на песке, и придут ветры и дожди, снесет этот дом. А другой построил на камне. И дом этот ни ветры, ни дожди не смоют, потому что это прочная вера, это живая душа еще, которая среагирует на этот призыв. А овцы, говорит, знают голос своего пастыря. Поэтому, если душа живая, человек говорит, я почему-то вот не верю, а вот здесь верю. Потому что душа знает четко, если она живая, она знает, где правда, и она туда стремится, она ищет это. Единственное, что только логику нужно, подтверждение.
Потому что инструмент логики требует этой логики, простейшей. Если она есть, конкретика, это значит так. А если человек не может объяснить, почему, тогда а с чего ты это взял? Это же от себятина. Вот и говорить, значит, любовь и воля. Вот Святой Дух – это и есть воля Божья, святая воля. Поэтому как можно рассматривать вот эти ипостаси Божии? Вы знаете, что белый свет имеет в составе своем спектр, правильно? Знаете? Там и красный начинает, как рисует его, инфракрасный, красный, там оранжевый, желтый, потом голубой, там синий, фиолетовый, ультрафиолетовый и так далее. Вот она. Все это, можно сказать, кроме инфра и ультра, это все белый свет. А от Бога, если этот белый свет идет, там и все обертона тоже, и те, и такие, которые нам и не снились. Поэтому в этом составе и любовь есть, и воля есть, и все остальное. Это абсолют, почему его называют, абсолютно все. Отсюда абсолютно все, а вот здесь начинается. Здесь, конечно, победнее, здесь еще беднее. Чем дальше от источника, тем более слабое давление, слабая температура. Естественно, что тот осадок, который выпадает здесь и здесь, он разный. Здесь первый от Бога, очень горячий и способный выдержать это давление. Точка плавления очень высокая. Скажем, здесь 20 миллионов градусов, а вот здесь сознательные, духовные, там 500 тысяч градусов, а уже бессознательные, там 200 градусов всего. А тело наше, оно вообще 36 градусов. Ну вот так надо туда идти, чтобы выдержать это давление, надо приобрести сознание. То есть это очень четко вибрировать в законе. Вибрации, везде вибрации, вибрации, вибрации или колебания. Можно сказать, языком радиотехники, хотя у Бога не волна, а нечто другое, но условно скажем так. Вот от Бога идет гармония, волна. А вот астральный мир, куда лезут все экстрасенсы. Они его вскрывают какими-то методиками, и сотни, и тысячи там болтаются, и лечат, и предсказывают, и что только нет. Можно сказать так, будущее предсказывать нельзя. По закону нельзя. Почему? Если вам скажут, что вы через год потеряете что-то, там, ребенка, или что вы в кошмаре будете жить целый год. Нельзя. А если вам скажут, что вы клад найдете, через два месяца бросите работу, будете сидеть. Вы жить не будете, вы спать не будете. Ну, нельзя говорить человеку будущее. Поэтому вот волна идет от Бога, и наши волны вот трепыхаются. Трепыхается, как кардиограмма такая болезненная. Вместо того, чтобы жить по закону, тем самым войти в резонанс с этим законом чистоты, что и происходит, собственно, вот откровение Иоанна Богослова. Иоанн был один из самых сильных учеников Христа, и он принял это откровение. Почему? Потому что он близок был к резонансу. Вот связь-то формируется, кто знает немножко радиотехнику. Человек крутит ручку приемника и находит волну такую-то, волну там, радиостанцию такую-такую. Это что такое? Частота колебаний, длина волны совпадает, резонанс. Все. Здесь то же самое. Поэтому те, кто вибрирует вместе с чертями и несут нам эту чертовщину. Сколько людей, я сотни людей вытаскивал и освобождал от вот этих матриц, которые всаживают на обучение, на лекциях экстрасенсы, когда человек слушал. Кто-то пошел к какой-то гадалке. Что происходит? Я открываюсь этой гадалке, говорю, погадай, что у меня будет там с моим ребенком, там, возьмут его или не возьмут в вуз. Она начинает карты разбрасывать, она в твое поле-то влезла уже. И по твоему желанию, по твоему выбору. Ты закон выбора не знаешь, открываешься, потому что ты этого хочешь. Нравится тебе что-то, ты открываешься тому, кто тебе нравится или что тебе нравится. Желание есть, интимных отношений, открываешься. Книга нравится, открываешься, фильм нравится, открываешься, музыка нравится, открываешься. А там часто идет зарядка не очень хорошая. И мы это получаем, а поскольку душа заперта вот этой вот тьмой нашей, грехами, душа бы вам подсказала, закройся, плохо там. А она ничего, у нас очень загрубленные мы. Вот поэтому истинная чистота и любовь здесь, а мы живем вот здесь, отдельно. Чтобы возникло вот это преображение и воссоединение этих двух половин человека, нужно, естественно, графически видно, разогнать вот эту тьму. Эта тьма состоит из наших грехов. Персонально у каждого свой огород с грехами. Старые грехи списываются по схеме, которую я сказал, и не я это сказал, а сказал Иисус, что прощайте и прощены будете.
И в молитве. Прости нам, как я прощаю должникам своим. Кто из нас искренне прощает? Потому что когда человек пытается простить, у него получается. Он на словах прощает, как интеллигентный человек. А вот заноза, обида-то остается. Нужно искренне прощать. А искреннее прощение наступает только в одном случае. Потому что когда мне черти лезут, я должен им очень грамотно оппонировать. Вот у них логика. Тебя обидели, и ты им дай. И обида твоя уместна, потому что тебя обидели, ты жертва. Я говорю, я жертва, когда-то кто-то был жертвой от меня. И теперь пришла ответственность. И моя логика, говорю, вытесняет эту логику тьмы. Я говорю, нет, прощаем. И прощен буду. Видите как? Это непросто, но если задаться такой задачей, постепенно, постепенно. Сначала обида все-таки шла. Я ее обратно, она опять меня, я ее обратно. Потом это все меньше, меньше, вот этот лепесток из меня вылетал. Потом миллисекунду уже, а потом вообще умерла. Это годы на это нужны? Годы. Не так просто все. Потому что нам мозги даны, и мы в материю тоже должны подчинить духу. Это наша задача. Чтобы мозги наши служили нам, а не против нас. И говорил Иисус тоже, познайте истину, и истина сделает вас свободными. То, что вы считаете законом, закон вы считаете насилие над вами, ничего подобного. Закон – это вы, дух ваш – это и есть закон, потому что закон Божий сотворил закон, дал вам эту матрицу, и вы должны осознать самих себя. Когда вы начнете жить по закону и сольетесь с законом Божьим, то есть с самим собой, у вас ни болезни, ни неприятностей не будет. Хочется вам так жить? Все – да, так живите. Кто вам мешает? Ну, кто мешает? Я могу сказать, кто? Лень, безверие, ложные идеи, которые в голову вселились и начинают материализм, национализм, фанатизм, и лезет, туда. И все это дело лень, в основном лень. Работать надо, не хочется. А хочется лучше вот жить вот этой идеей, или вот этой идеей, или суммой каких-то идей, вообще безидейно. Но только не работать. То есть правильно, мать всех пороков и есть лень. А лень наша, вот она была, и наша задача это эту лень была разогнать на земле. А мы ее не разгоняем. Значит, теряем вообще смысл пребывания здесь на земле. Поэтому у нас терпели. В конце концов, не хотите становиться людьми, вы ими и не будете тогда. Что произойдет? Часть людей, конечно, выйдет какая-то, а остальная масса огромная, как званых будет много, призванных будет мало. Призванных вот столько, а званых было много. Но тогда у человека очень болезненно, насильно начнут грехи с него смывать. Я такую всегда привожу схему, как были пример. Допустим, вы когда-то порезали сильно руку или повредили рану открытая, вам такие наложили всякие там тампоны, замотали, и все это засохло. Когда рана подживает, вам нужно осторожненько ее, да, там горячей водичкой, маслом немножко, чтобы постепенно, слой за слоем, отмотать. Это вот делают люди, которые эту схему понимают, и постепенно, через небольшую боль, через небольшое искупление отмотаем свое прошлое. А которые не хотят, у них просто вот так... И все. И может шок быть, и конец. Болевой шок. То есть не хочешь добровольно искупать? Не надо, воля твоя. Но ответить все равно тебе придется, только в таком экстремальном варианте. Потому что одна только вера в Бога, если истинно Бог верит, человек верит в Бога, он понимает, что мир подчиняется все-таки Божьей любви. А Божья любовь – это строгость и справедливость. Как вы ведете себя, оно так и будет. И если вы не желаете стать людьми, вы же сюда пришли, попросили дать вам территорию, полигон. И вот на этом полигоне вы пытаетесь добыть сознание и вернуться в сознательный мир. А вы этого не делаете, тогда вам нечего здесь делать. Вам давали миллионы лет на эту эволюцию, но вы так и не стали людьми по образу и подобию, то есть по закону, не стали. Вот тогда вам делать нечего. Удаляется ученик из такой школы. Это не его судьба. И о любви еще, то, что я говорил, любовь небесная, любовь земная. Вот любовь небесная – это не только тепло и радость, и гармония. Это еще, говорю, строгость и справедливость закона. Ведь вы сами понимаете, как родители, здесь в основном все родители, что ребенка воспитать невозможно, только сюсюканьем хорошего человека сделать. Где-то надо и жесткость проявить, где-то и очень сильно жесткость проявить. Ограничения, наказания и так далее.
Похоже на это? Похоже. Это есть карма. У дитя есть карма от родителей частично. Вот, но в основном-то все понимают, что воспитать хорошего человека нужно большие усилия. Поэтому Бог нам дает. И любовь строгает человека там, где он не прав. И нам боль причиняет любовь. Поэтому я это понял, сказал: Господи, ты строгай меня. Я готов все перетерпеть, только быстрее. Вот я говорю, я хотел бы вообще года за два бы все искупить. А мне говорят, а ты не сможешь искупить за два года. Сам подумай. Я взял, говорю, посчитал свои грехи, что у меня в день несколько десятков раз я эмоционально грешу, у меня внешнее поведение нормальное, ну вот я там за рулем еду или где-то, меня на рынке пытаются обсчитать, и все время вот это то раздражение, то это, то, ну, там где-то страх полыхнет, что вот у меня сейчас там чуть аварии не было, и вот это все я так как-то посчитал, получилось, допустим, несколько десятков раз, умножил на 365 дней в году, пусть там на 35 грехов, и умножил это на сознательную жизнь. Там 46 лет, мне было минус 15, я был мальчишкой, значит, 31 год. Вот 365 на 35 умножить на 15. Как говорил Райкин, сумасшедшая цифра. Огромные нули там. Я сразу приуныл, думаю. А сколько в году 365 дней я за два года хотел скупить, значит, это всего лишь 700. А тут там 400-500 тысяч грехов разделить там на 700. Это сколько же в день я должен это? По 400 ударов судьбы в день? Не. Ну, говорит, поэтому доверься провидению. Это мальчишество, вот это такая детскость такая в этом процессе. То есть я многие такие вот вещи понимал и понимал, что я настолько ребенок, я только вот пытаюсь на ноги встать, а уже вот это тщеславие, пырка, давай быстрее, давай, я могу там. Это вот человек начал входить в рамки. Скажем, все это брыкание входило в определенную норму, что ли, постепенно, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Это не так просто, но я могу сказать, это возможно. Главное себя озадачить нужно, запрячь. Надо, вперед. Это дает результат. И не только мне. Что я мог писать, что я какой-то не совсем нормальный, но потом и люди, которые пошли, те, которые не слабые, у них начало это получаться. Вот. Причем это люди разных наций, даже разных конфессий, в том числе и мусульмане приходили. Они говорят, мы не знали, что христианство такое действует. Я говорю, и живите так, пожалуйста, как хотите. Воля ваша, потому что Бог один для всех существ на земле. Один Бог. Это люди на запчасти расточили, на разные религии, на это, из этого сделали кормушку для огромного количества бездельников. Среди священников, конечно, есть и достойные люди, но их не так много. И многие понимают, что вот мы провалили цивилизацию. И читаешь иногда, и даже по телевизору смотришь, народ не хочет к нам идти. Интеллигенция как-то вот не очень верит в Бога. А если верят, то они так это номинально как-то, можно сказать, а вы им предложили настоящее? То что такое интеллигент? Это умный человек. И вне логики для него понятия веры не существует. Он говорит, объясните, почему в мире происходит столько плохого, если есть Бог? Почему? И они не могут объяснить. Ну вот. Потому что люди не верят в Бога. Хорошо, мы можем поверить, но почему Бог тогда с этим злом не расправится? Для того, чтобы люди хорошие остались. И защитил их, можно сказать. Вот хороший человек... А вот плохой вот такой, почти черный, у него там, может, есть 2-3 извилины в характере хороших. А у хорошего человека вот парочка, может, плохих только есть, остальное все хорошее. Но именно эта примесь не дает соединиться вот с этой гармонией. Примесь. Это не химически нечистое существо. Поэтому вот Бог говорит, да избавьтесь вот от этого, я вас возьму под защиту. Избавьтесь, вы нормальные люди, у вас есть стремление к добру. Вы это пытаетесь сделать, но все время получаете в ответ на зло получаете. И я тоже испытал. Был момент, когда я помогал человеку, думая, что я как христианин должен в любом случае всегда помогать. Помог, и у меня навалились на меня большие неприятности. Я говорю, почему? Я должен разобрать по косточкам этот вариант. Почему? Я всегда мозги свои заставлял анализировать и четко понимать, что произошло в этом эпизоде. И мне говорят, ты помог плохому человеку. Что произошло?
он тонул из-за того, что он очень пакостный. А ты его поддержал, ладошку подставил, как говорится, к пауку. Иди, продолжай кусать людей. Он опять воспринял, насосался и опять кинулся, и натворил опять зло. Если бы не ты, он этим людям бы зла не сделал. Я сказал, я все понял. Не каждому человеку можно помогать, а помогать нормальным людям и так далее. И бывало, когда раньше я немножко лечил людей, я сказал, вот Господь Бог, а вот больной человек болеет. Он почему? Потому что он грешник и получает по заслугам. Тогда я, как целитель, говорю, я могу вылечить, у меня это получалось. Но получается, что я мешаю Богу осуществлять свое правосудие. Я, как бывший главный инженер, знаю, что такое техника безопасности. Я говорю, а тогда что я буду иметь от этого? Я могу вылечить, помеха будет. А воля Божия сильнее, чем все мои возможности. А мне говорит, тогда ты направь человека на путь истины, пусть он вот это все убирает, и ты можешь любую болезнь у него вылечить. И у меня так и получалось. Кто шел, тот и получал здоровье. А кто не шел, говорит, вы мне лечите, я вам могу пачки денег вот так. Я говорю, да при чем деньги тут? Мне не нужны вот эти деньги, это не того стоит. Но вы должны вот это делать. А я не верю. Я говорю, туда не мой больной. Идите под нож, идите пейте химию, таблетки и так далее. Я не могу вас вылечить. Ну вы же мою соседку вылечили, потому что она вот это поняла и пошла, а вы нет. Что я такой глупый? Я говорю, да не глупый, просто вы неверующий. Я ничего не могу сделать. Если вы вне этого луча, этот луч может лечить только тех людей, которые перестают разносить зло по земле. А если не, они продолжают это делать, то есть рецидивисты. Рецидивистам помощи и прощения нет. Все. Что еще мы не обсудили? Перерыв вам не нужен пока? Или какие-то вопросы есть, может быть, вот из того, что изложено? Пожалуйста. Покаяние – это просто признание своей неправоты? Во-первых, искренне должно быть признание перед Богом и перед людьми. Мое покаяние состояло примерно из такого, что я говорю, я не могу найти тех людей, естественно, которым когда-то я сделал плохо. Я прошу, вот, Господи, отнеси мое прощение, вернее, мое покаяние и просьбу извинения моим этим людям, и мое прощение всем тем, кто мне сделал плохо, я их всех прощаю от души. И мне стало легко на душе. Я это сделал в собственной квартире, я никуда не ходил. Потому что я пытался пойти в храм, там был диалог, и все, у меня там не получилось. Потому что мне сказали, что у тебя гордыня, бес в тебе сидит, который думает, что ты можешь заповеди выполнить. Я говорю, я не святым хочу стать, пусть сказать, святым, что ли, хочешь стать? Я говорю, да нет, я хочу научиться жить по законам Божьим, то есть по заповедям. С чего начинать? Ну, мне книжки вот такие, надо вот так, надо поститься, надо... Я говорю, многие так делают, но что-то у них не получается. Потому что для Бога крещение само рукой, визуализация религии далеко не столь важно. Для того, главное, что ты внутри имеешь, крест-то внутри нас. Мы рождены крестной силой, волей Божией. И если ты хочешь быть с крестом, так ты делай это. У тебя внутренний мир должен меняться. А внешний мир твой подчиняется внутреннему. Наш проектный институт – это мозги и чувства. И если оттуда проект идет нашего поведения, мы будем так делать. Я как-то приводил в пример эту притчу. Помните о Моцарте и Сальери? Почему Сальери отравил Моцарта, как есть такая легенда? Ведь не просто так он подошел, насыпал яд и говорит, на, выпей. Нет. Началось что? Зависть. А зависть производная от чего? От тщеславия. Человек хочет быть первым. Любой ценой первым. И он был хороший музыкант. Но он понимал, что рядом с ним, к его несчастью, звезда первой величины. И пока Моцарт жив, никогда он не будет первым. Тогда возникает робкая такая мысль, бес, нет человека, нет проблем, давай. Да нехорошо это все, да нехорошо. Ну тогда будешь вторым, третьим. И вот началась борьба, бес или душа победит, бес или душа. И все-таки бес победил, без тщеславия и зависти. И тогда мозг включается, второй план, как это сделать, мышление, подчиняясь эмоции, давай. И мозги говорит, ну не пронешь же его ножом на приеме у короля, повесят.
Значит, надо делать так, чтобы никто ничего не понял. Отравить. Пришли в гости, поулыбались друг другу, все, нет, человека нет проблем. Откуда преступления ноги растут? Эмоция, тщеславие, зависть. Вот и все. Так же, как и обида, когда рушится бизнес у кого-то, и вот находят виноватых. Это он виноват. И начинается, он остался на плаву, а у меня этого нет. Значит, на него кляузу писать, если не получилось его через достать через МВД, там, через внутренние дела, тогда надо ему нанять какого-то бомжа, что он ему дачу поджег там, или машину проколоть и так далее. Вот планы так роятся, так отомстить. Забывая, что Бог сказал, аз вас дам, я вас дам всем вашим обидчикам, а вы свое бревно из глаза вытаскиваете. Потому что вы все до единого на земле преступники, все до единого. Настолько или настолько, это уже не вопрос. Один на трешку наворовал у Бога, а другой на миллионы. Вся разница только в этом. Это вот разница. Убирайте вот свою трешку вот эту, отмойтесь, и Бог возьмет вас в защиту. Нет лучшей защиты, чем от Бога, воля Божия, она правит мирами. Неужели вы думаете, что нас не сможет защитить от каких-то проходимцев? Сможет. Она не будет вас защищать только в одних случаях, когда вам надо что-то искупить слегка. Откроет шлюз, отвечай. Раз, тебя побьют, и опять шлюз закрывает. Хватит. Ему надо идти. Он не должен постоянно страдать. То есть вот такой щадящий режим. Жить можно. Так что еще раз напоминаю, что наша судьба в наших руках. Какие еще вопросы? Николаевич, вы скажите, есть просто такой случай, вот когда человек что-то натворит, набузит, но он потом не помнит об этом. Причем в совершенно трезвом состоянии, это нет алкоголя. И вот человеку это об этом говоришь, вспоминаешь, вот было так и так. Да, он удивляется, он как бы будто ему неприятно, но он верит на слово. Как в таком случае? Он же не может покаяться искренне, потому что он не помнит и он не понимает, на самом-то деле, что... Честно говоря, я бы вот такие патологические случаи рассматривать их. Здесь помню, здесь не помню. Но это лучше потом отдельно поговорим, потому что в каждом случае невозможно это подвести под какую-то общую схему. Это рассмотреть надо этого человека, он болен, или он притворяется, или что. Это разобрать надо отдельный вариант. Хорошо. Да. Еще один вопрос. Вот страх, он из головы идет? Эмоция сначала. Эмоция. И вот... Она не только в грубом теле, получается, что на тонком... В эфирном веществе, как обычно пишет, там тоже есть страх. Конечно. Угу. Страх – это эфирное проявление. Да. Даже больше астральное. Это, скажем, в душе на градация есть. Есть грубая вещественность, да, которую мы видим глазами. Есть средняя грубая вещественность, есть тонкая вещественность. Вот тонкая – это эфир, а средняя грубая – это чувство. Угу. Там еще тоже два подразделения – мышление и чувство. Вот тоже это среднее. И эрос. А эрос люди свели до понятия эротика и даже секса. На самом деле эрос – это единственное, что любовь проводит на землю. Как это такое излучение от духа, оно транслируется в тело. Вот. И люди влечение принимают за эрос. Эрос – это не влечение. Влечение – составная часть эроса, более грубая. А более нежная часть эроса – это то, что называется вот любовь, когда человек вообще забывает о постели, там, о всем. Просто вот для него этот человек, вот, как это, он купается в этом, он любит. Это основа любви. То есть любовь, как видите, это небожитель. Чтобы любовь провести на землю, в тело, вот этот эрос, он этим и занимается. Единственный способ провести сюда любовь. Поэтому далеко не во всех случаях наших отношений присутствует эрос. Влечение есть, а эроса нет. Поэтому человек встретились, какое-то время было неплохо, хорошо, да, влечение есть, чувственность есть, а потом все это угасает. Угасает.
Вот как пришла, так ушла, непонятно откуда пришла, непонятно куда ушла любовь. И тогда начинается требование, ты меня бросил там, или и начинается обиды, и все. А на самом деле, что происходит? Мужчина и женщина. Вот их поля как бы. Вот дух, мужской и женский. Вот тут греховная масса. Что происходит? Скажем, женщина быстрее поверила и начала работать, то есть постепенно убирать свои грехи. Что происходит? Все больше и больше идет, скажем, излучение достигает, она становится яркой, она притягательной, как магнит становится. Но при этом, если мужчина не движется, он, вот эта тьма начинает атаковать, потому что друг другу, когда открыты близкие люди, поля соединены. И через это тьма пытается достать от близких, очень больно бывает. Иисус когда-то это определил словами: «Враги человека домашние его». Я эту фразу понял после того, как «если я пошел, а близкие нет, ой, как было тяжело». Я же не могу с ними воевать. Мне не хочется, потому что если я им верну то, что они мне посылают, тут же начинаются болезни, неприятности и все. Я думаю, а что делать? Что делать? Я просто стал закрываться, раз и все. И получается, что я начинаю как бы к ним отдаляться и перестаю чувствовать как родственников. Перестаю. Открываешься, у меня начинается куча проблем, закрываюсь, нет проблем. И пытаюсь говорить: не делайте так. Ты выдумал там что-то, это все неправильно. Мало ли ты во что там веришь. То есть у них тоже есть свобода выбора, они имеют право давить, кто бы это ни был. Вот. Ну, я так себя в сторону отведу и могу что сказать. Если один человек идет, а второй не идет, разрыв неизбежен и достаточно быстро. Если оба двигаются к свету, то есть идет искоренение плохого всего, нарастает свет. А что такое свет? Ведь дух по определению есть и любовь, и воля. Поэтому человек и становится и сильнее, и ярче в любви. Он может отдать много. То, что нам не хватает. Потому что тело напоить не может. Люди мечутся. Одна женщина, вторая, или там мужчина, третий, пятый, восьмой. А все одно и то же. Недели две-три, и опять начинает... Яркость пропадает. Потому что тело напоить не может. Напоить может душа. И если душа открывается у кого-то, вот тогда и женщина, и мужчина друг другу, отдавая в высших этажах, это и есть уже любовь, им становится очень хорошо, и тогда прекращается поиск. А зачем кто-то другой нужен? Когда дома есть звезда и женского, и мужского пола, все и на ночь. И сделать ни во внешности, ни в возрасте ничего не мешает. Вы сами знаете. Вот, как говорится, есть везде вот, серьезное отношение к религии, решает абсолютно все проблемы. Потому что мы возвращаемся в лоно гармонии, по здоровью, по отношению между полами, по отношению отец или мать-ребенок, по отношению ко всему. В том числе начинаешь понимать и перестаешь судить мир, который вон какой. Я говорю, понимаю, что вот творится. У меня когда такая была, вот, ну как же так страдают люди? Просто, не знаешь, нехорошо становилось, хоть валидол пей. А теперь я говорю, ну ведь людям предлагаешь, они не хотят. Значит, получается, заслужено все. По закону Божьему заслужено. Они в это не верят и не собираются даже туда и смотреть. Сердце народа сего огрубело и не хотят обратиться, чтобы я их исцелил. И глазами слушают, смотрят, не видят, и ушами слушают, но не слышат. Все это тоже сказано в Библии. Вот вернуть себе мы это в состоянии. Но нужно движение пары. Но если пара не двигается, тот, кто посильнее, должен начинать движение. Если он хочет стать нормальным человеком. Вот я думаю, все хотят быть здоровыми, счастливыми людьми. Но надо добывать это все. И сами понимаете, если нет веры, все, что я сегодня рассказал, это такая, может, немножко интересная проповедь, не больше. Нет веры, нет логики. Потому что все это, как карточный домик, разрушается без веры.
человека нет мотивации работать. У всех. Так устали, наверное, уже. А вас слушаем, вы говорите. А мы как эгоисты слушаем, паузу сделаем. Давайте отдохнем. Давайте. Начнем. Продолжим. Я верну одну картинку, она уже сильно запачкана. Немножко хочу вам рассказать разницу между гипнозом, между эзотерическими вариантами всякими и откровением. То есть разные вещи, скажем, попытки штурмовать истину. Гипноз – есть концентрация мысли. То есть вот эти C 300 тысяч км в секунду. Концентрация мыслеформ приводит... Как лазер, когда собирается, это когерентное излучение, оно, значит, делает намного больше, чем рассеянный свет. Здесь то же самое. Гипноз может подчинить слабого человека своей воле. Это вредно как тому человеку, адрес которого гипноз, и также вредно человеку, который это делает. Фактически это преступление. Почему? Свобода воли нарушается, закон Божий. Нельзя человека подчинять чьей-то воле. Вот. Концентрация чувств, это 400C, это есть вот оккультизм, эзотерика в основном на этом построена. Очень много этих таких методик разнообразных. Это более мягкое такое, но более сильное, почему и менее заметное. Человека можно опутать вот этим, человек даже не понимает, что происходит. То есть, если вы доверились кому-то, есть люди, которые читают лекцию, используют эти вещи, обучают, лечат. И какие-то услуги оказывают, если вот на. То есть что происходит? Вот душа, вот тело, вот способность мыслить и способность чувствовать. На уровне мозга появляются какие-то матрицы, или как я называю, программные вирусы, так же, как и в этом поле человека. То есть, кроме собственных грехов, появляются еще решетки, которые дополнительно создают проблемы до прорыва к душе. И те люди, которых вот мне приходилось с ними работать, в том числе и приводить на этот путь, нужно было вот это разрушать все. Без этого невозможно прорваться. То есть это так сатана работает. Почему? Они, эти люди, создают дополнительные помехи, иногда очень серьезные помехи. А бывают люди чувствительные, когда вот это все начинает их настолько мучить до сумасшествия. Потому что это бесовщина концентрированная уже, так можно сказать, порция слишком большая. Поэтому имейте это в виду. В этом отношении я с нашими храмами согласен. Это очень вредно. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. И единственный ключ от неба – это подчиниться закону. Остальное – все греховный выход сюда. И дальше этой грязи не пройдешь просто. Потому что здесь черти носят маски ангелов, и они очаровывают людей, которые не готовы к выходу туда. И из этих людей... делают оружие против света, против нас. И таких людей многие тысячи. В России зарегистрировано в 1998 году 13 тысяч псевдодуховных направлений. Это по результатам, значит, анализа церковь и нашей спецслужбы. Собрались, была передача, 13 тысяч. Это было в 98 году. В 2001, по-моему, году, или в 2000 году, таких псевдонаправлений в одной газете читаю 21 тысяча. На 7 тысяч подросло за там сколько лет.
3-4 года. Помните сказку? Отрубили голову дракона, у него 10 новых выросло. Борются с ними, вроде у нас. А они только вырастают и жиреют эти все драконы. То есть все просто как по сказке. Вот поэтому эта вещь очень опасная, и вы должны это знать. Единственное, что нам поможет, это настоящая религия, причем от Христа, а не от его посредников каких-то. Потому что те посредники, я уже рисовал, что которые были, они много хорошего сделали, но, к сожалению, они не удержали целостность религии, не удержали. Поэтому обвинять их не надо, что они сделали все, что могли. Это были достойные люди, но в то же время сейчас пора такая. Либо нам жить, либо нам погибать с треском. А для того, чтобы жить, мы должны очень точно выставить в створ, что такое христианство и что мы должны делать. И вот к этому я вас подвожу. Что первая очередь, мы должны победить эмоции, потому что они намного сильнее, чем мысли. Не укротив эмоции, никогда не выстроишь правильные мысли. Все время напор и напор будет отсюда. Потому что более быстрые волны доминируют над медленными. Это физика уже. Это доказано наукой. Тем более, если мысли такие, настолько серьезно давит и давит, что у человека начинают вырываться и слова противные под давлением уже в этих верхних этажей. А иногда и дела плохие. Вот. Значит, из чего состоит наша работа? Номер один – это вера. Надежда на то, что в результате этого опыта я получу то, что я хотел в судьбе, то, что мы все хотим. Дальше – смирение. Смирение – это признание закона Божьего, что Он имеет право нас наказывать. И то, что я преступник, грешник, я буду страдать. И я признаю себя виноватым, соответственно, я готов ответить по счетам. Даже как преступник, если он кается, он говорит, ну, мне присудили на 3 года лишения свободы. Да, я там что-то украл. И он сознает, да, говорит, я виноват. Я не собираюсь от правосудия уходить. Это есть истинное покаяние и истинное смирение. Без вот этого практически нет прорыва, но это далеко не все. А дальше то, что я рассказывал, мозги. В мозги вот эта вся зона, скажем, диапазон мысли, захвачен противником. И отсюда бесы, которых мы же и натворили, они все время лезут нам в голову, и мыслеформы творят у нас, творят за нас. Они настолько неутомимы, они 24 часа в сутки. Не успеваешь на минуту ночью проснуться, они тут же говорят, ты знаешь, у тебя неприятности завтра ждут. Я говорю, ты завтра, а сегодня-то я посплю. Диалог идет, а ты говоришь, да пошли вы. То есть такое, все время идет нападение. Далее, каким образом это остановить? Вот она методика, послушайте очень внимательно. Потому что без победы, без, скажем так, без того, чтобы отбить, экранировать нашествие этой тьмы, мне пригодилось когда-то, скажем, я говорю, фантастику читал, я начал комбинировать. Сначала я мелодию одну заиграл, вот они лезут, а я как включил в децибелы все, шлягер какой-нибудь. Смотрю, они отстали, но я же не могу эту музыку держать вечно. То есть нужно что-то поумнее. Вот. И вспомнил, что гипноз, когда обучают гипнозу, концентрация нужна. На чем? Если на видимом предмете, вот там обычно применяются призмы, какие-то свечи, там вот человек смотрит, расфокусирует взгляд, вот он так это. Фактически это обучение гипнозу. Я понял, что это не мое. Нельзя этого делать. Как? Меня же никто не учил. Я все добывал, как говорится, из воздуха окружающего и с помощью поддержки сверху. И когда я пытался что-то, мне говорят, ищи, ничего готового не получишь. Человек на ноги становится, как ребенок. Когда он самостоятельно решает задачи, у него, кажется, год за 3 идет, ты быстро вырастешь. Если тебе все время подсказывают, ты будешь барахтаться почти на нуле, долго. Время не ждет, давай. Вот я напрягался. В напряжении есть рост, правильно? Напряжение мышцы ведет к усилению мышечной этой массы. Если напрягается душа, воля, значит, она все время в тренинге, не сплю, как говорится. Я свою лень побеждаю, инертность. И вот, в конце концов, я нашел. Я думаю, концентрироваться на видимых предметах нельзя. Но на невидимых-то я могу. Можете спросить, как это на невидимых? А я вспомнил, что вот из чего делается карандаш. Почему-то у меня под рукой был карандаш. Дерево, грифель,
и краска окрашен карандаш, ну простейший. И я сразу, вот историю создания карандаша, где добывается дерево, хорошие карандаши делаются из кедра, хорошая древесина очень, вот. Естественно, не пилят же дерево ради карандашей. Куда-то везут лес, там трактора эти трелёвочники, сучья обрубают, все эти длинные стволы, потом на трос цепляют, трактор везет к речке, сбрасывает, идет сплав леса, куда-то в промзоне отлавливают, в вагоны грузят, везут, а потом распиливают на доски строительство какое-то там и так далее, а какие-то мелкие уже вот обрубки идут на поделки, на карандаши там и все. Я вам рассказываю, все это вижу, когда рассказываю. Образы идут. Вот. И так вот я по созданию грифеля, что это где-то добывается, порода очищается, вот этот порошок, графит, значит, его перемалывают на каких-то мельницах до мелкодисперсной такой массы, потом добавляется клеящий состав, чтобы это склеилось, добавляющая присадка, это будет Т-карандаш, или мягкий, или твердый, или средний. Все это выдавливается через экструдеры, как вот мясорубка, только экструдер называется, давление выдавливается, термообработка, чтобы он схватился, потом в рубашку в деревянную одевают, потом краска, там кто-то защищает свой проект окраски карандаша, художники. Процесс, я где-то минуты три, да, рассказывал? В этот момент тьма ко мне подступиться не может. У меня образы идут на волне, которая мне помогает держать крестная сила. И эта сила помогает для меня этот коридор держать. И тьма не, она атакует, но ничего не может сделать. Как только я это выяснил, сказал, ну так мы еще повоюем. Удалось отстоять свои мозги и запрячь их на разборку взаимоотношений, я и Бог, что я должен делать. Почему обида греховна? Потому что непонятно, потому что человек считает, что меня обидели. В чем здесь? Что обида, она уместна, это нормально? Я говорю, нет, ненормально. Это логика человека, который рассматривает свою жизнь в контексте одного дня. А еще когда-то Платон сказал, что нельзя рассматривать в контексте одного дня вопросы справедливости, потому что вы всегда были правы, нет. Следовательно, вы не правы, кто такой может с вами поступить, то есть это и греки рассматривали когда-то на уровне Сократа, Платона, эти все стоики там были, и очень много было всевозможных школ, само по себе интересно. Но мы возвращаемся сюда, потому что то, что я называю, вот назвал этот процесс, я его назвал концентрация на невидимых предметах. Фактически, если вы понимаете, это технологический процесс, правильно? Создание чего-то. Но я когда-то взял карандаш, а проще всего, я потом говорю, особенно женщинам, или даже мужчинам, которые умеют готовить, попробуйте что-нибудь про себя сварить, испечь пирог, или борщ сварить, или плов, там, ну, не важно, что вы можете. И чем сложнее блюдо, тем лучше. Все ингредиенты, откуда вы их взяли? Причем начинаете так. В каком шкафу мне это лежит? Мука там, это там, там ваниль там, если... Ну, знаете, что? И вот начинаешь ходить, открываешь дверки, достаешь все, потом, ага, посуда грязная, надо вымыть, вот, и так далее. То есть вся технология, как вы сделаете до того, как вы на стол поставили. Один вариант. И вы можете из дома выйти, посчитать ступени даже, спуститься и как добраться до работы и обратно. То есть очень много есть. Чем сильна технология или это непрерывная цепочка образов, потому что она вам известна. И образы настолько идут быстро и часто, что всунуться между этими образами тьма не может. И я победил. Мозги мои заработали на мою душу, а не против моей души, как было до того. И я тогда понял, что фактически вся земля головой правится, и никто не искал никогда сатану здесь, а он здесь сидит, через мозг нами правит. Вот поэтому хотели как лучше, получилось как всегда, потому что голова решает все задачи, а не душа. А душа – это совесть. Прокурор-то у нас здесь сидит, только он заперт чем? Мозгами. А мозг лукавый. Ему главное рационально что-то сделать надо. Быстрее прибыль, быстрее прославиться. О, это оно тебе поможет. Давай, вперед.
Простите, пожалуйста, эту технологию образов применять, когда плохие чувства и мысли... Когда вас атакует что-то, вам что-то нужно сделать, а вас вот это вот, скажем, какие-то печали одолевают, страхи и так далее. А вы их разгоняете, уходите, потому что ваша воля должна противостоять воле тьмы. Вот тьма давит вас, и давление сумасшедшее. Но не забывайте, что если вы вот верите в Бога и крещены, то с вами Бог. И если вы честно работаете, помощь всегда пойдет навстречу. И ваши формы, которые вы строите, они наполняются силой света. Пока еще вы слабый человек, но свет вам дает помощь, а вы должны крепнуть. И вот я как новичок, когда-то мне помощь шла, я подрос, когда уже из ребенка, который шатался едва-едва, я стал уже тинейджером, подросточком, мне сказали, ну теперь переходи на самостоятельное, ты должен уже делать многое сам, помощи не жди, потому что если тебе помогать из ложечки кормить манной кашей до 40 лет, ты ничего не научишься, тебе нужно обжигаться. Так растет любой человек, который хочет в жизни чего-то добиться. Все знаете, избалованные дети, они становятся обузой общества. А многие люди, которые в детстве не получили вот этой защиты, они настолько вот обожглись очень рано, но они и рано взрослели. И мужчины, и женщины, которые такие, они не слабые, потому что их жизнь заставила быть сильными. И в этом есть благо. И также и мне, потому что воспитатель высший, он идеален. Он никогда не пожалеет тебя там, где не надо жалеть. Положено тебе, получи. И одновременно идет и воспитание, и искупление через эти страдания и беды. И я это принимаю добровольно, смирение. Смирение – великая вещь. Чем мне хуже, им больше делают плохого. Я говорю, тем быстрее мы искупим. И я улыбаюсь, и мне говорят, ты сумасшедший, что ли? У тебя жизнь вся валится вот так, а ты улыбаешься. Я говорю, так я же искупаю. Я говорю, у меня процесс освобождения от греха идет. Что же вы хотите, что если я взялся и хочу быстро искупить, не за 40, не за 50 лет, а за короткую дистанцию, естественно, что проекция времени, если мой рост вот так идет вертикально вверх, то проекция времени сжимается, она меньше. Чем круче я поднимаюсь, тем меньше времени мне нужно на искупление. Соответственно, плотность искупления будет очень высока. Все у меня с математикой было нормально, все, я всегда часто вот, графики, все понятно, все понятно. То есть религия вне логики не существует. Нам предлагается верить слепо. Я говорю, а куда же мозги девать? Он оппонирует себе мозг. Он почему так? И пока мы мозгу не объясним, почему так, он всегда будет нашим врагом. А когда у нас появляется логика простая, четкая и ясная, они сдаются, черти, они говорят, мы не можем твою логику победить, она сильнее. Все, это знание. Как видите, закон свободы выбора, вот это что посеял, то и пожнешь. Целую группу эмоций, опираясь на этот закон, на осознание этого закона я победил. Целую группу эмоций. Страх я победил, качество Бога, он сильнее тьмы. Дальше, ревность. Ревность состоит из двух частей, страдания и мстительность, обидчивость и так далее. Страдание – это не греховная часть ревности, а вот это, когда мы предъявляем счет тому человеку, который якобы нас бросил, это называется неуважение к закону выбора. Скажем, если женщина от меня уходит, а я ее там это... Значит, она уходит, потому что ей не хочется быть со мной. А я ее свободу выбора пытаюсь ограничить, но моя свобода должна закончиться там, где начинается свобода другого человека. Это знаете, правильно? Чтобы не мешать ему жить. Не хочется со мной женщина, чтобы ее держать. Пусть она будет счастлива с другим. А если я такой человек, которого женщина нормальная бросила, значит, я ее недостоин. Попробуй себе признаться в этом, что ты недостойный мужчина. Тщеславие мешает. А если тщеславие умирает, тогда ты начинаешь уважать этот закон и понимать, что если у тебя нормальная женщина уходит, значит, ты ненормальный. Стань нормальным, может, ты вернешь ее. Попробуй вот так вот обратиться. Мне многие говорили, самое тяжелое – это обвинить себя. Я говорю, конечно, я как бы же легко обвинить всех, кроме себя. Вот и все. Поэтому победа-то как заключается в искренности своих намерений. Туда немножко такой болезненный процесс идет, оздоровление. Вот поэтому ревность – это победа над ревностью в основном из-за того, что уважение – закон выбора. Как видите, в основу победы над эмоциями положено либо законы Божии, либо качество Бога. Ничего другого. В этом сила. Никакой отсебятины не должно быть. Человек не настолько мудр, чтобы найти
точки опоры. И точки опоры нам дал Бог. Я ими пользовался. И, как видите, все это подтверждается Библией. Не ищите, во что одеться, чем питаться, так поступают язычники. А ищите Царство Небесное, остальное все приложится. Ибо Отец Небесный знает все ваши нужды. На себе испытал, да, прекрасно. Я получаю все, что мне нужно в жизни. Вот, и что Иисус давал это, потому что, смотрите, те, кто боится жизни, боится, что за квартиру платить нечем, что детям, что с детьми делать, что... Люди многим боятся жизни, потому что реальные события достаточно грозные. Накопились уже реальные. Получается, что все язычники, а считают себя христианами или еще кем-то. Поэтому Иисус знает и говорит, чего вы боитесь. Страх от того, что вы столкнулись с последствиями своих грехов и даже не признаете это. Естественно, что душа чувствует, что опасность нарастает. И пока вы не выйдете сюда под защиту закона Божьего, а вы должны с ним слиться, действительно, у вас жизнь не будет хорошей. Это и любой верующий должен понять, что в Царстве Божьем невозможно грешить и не отвечать за последствия своих грехов. Невозможно. Никуда ты от этого не уйдешь. Ты можешь купить кого угодно, прокурора, милицию, там все что угодно можешь купить, если денег много. Но закон Божий не продается. Он недоступен звону златы. Все. И мысли, и дела он знает наперед. То есть у тебя только намерение возникает грешить. Фактически ты уже преступник. И тогда, кажется, крестная сила от тебя отворачивается. Ну, рассчитывайся тогда сам. Вот эти элементы. Вера, надежда, смирение, концентрация, осознание этих законов. Опираясь на них, все время идет борьба. Ведь когда тьма атакует, я все время предъявляю, закон-то такой не позволяет мне вот этого делать. Закон такой не позволяет мне вот этого делать, и вот этого, и вот этого. Закон, закон. То есть фактически, когда люди мне вредят, и на них эмоции опрокинуть, мотивации не хватает. Но когда ты закон вводишь как мотивацию, я говорю, я с Богом ссориться не хочу. Для меня этого достаточно мотивации. Я думаю, для многих из вас тоже достаточно. Никто не хочет с Богом ссориться. Особенно хоть какая-то, если вера есть, человек понимает, и что? Что будет тогда? В этом и есть сила большая. Что еще? Вчера я говорил, сегодня еще повторю. Значит, пришел человек, скажем, к любому адепту, который там, пусть это священник какой-то религии, пусть это учитель, какое-то известное лицо, который вам систему знаний предлагает. Если этот человек, который вам предлагает, вот это вы, а вот это великий, кто-то великий, по мнению прочих людей, что это за человек? И если он вышел сюда и выполняет эти законы, значит, он туда прорвался. И он ничего другого не предложит, как предложил Иисус, потому что сильнее нет ничего, и правильнее ничего нет. Если уже что-то другое говорит, знаете, что вы против Бога тогда, потому что Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Если человек вам не говорит то, что говорит Иисус, он против Христа, против Бога, значит, против самого себя. И вас туда же втягивает. Вот что происходит. И это настолько жестко нужно понять и вложить в себя как постулат. Нельзя никому верить, пока вы не поймете. Ведь и в Библии говорит, кто говорит, что Бога познал, но заповеди не соблюдает, тот лжец и нет им истины. Это цитата. Кто может вас провести туда, если человек сам туда не ходил? Поэтому напыщенные слова, какая-то слава, энергетика, ведь тьма дает силу этим людям, она тоже не слабая тьма. Кто может противостоять тьме? Только тот, кто за пределы тьмы выбрался и при поддержке воли не дает свою душу в ответ. И эта душа начинает работать в адрес других душ. Идите, тут нормальная жизнь. И с этим надо быть очень осторожным. Еще раз говорю, человек, созданный, сотворенный Богом, дух, он не божествен, он духовен. Духовность может перевести другим словом человечность. Человек есть дух. И даже во многих словах человечный, то есть он добрый, нормальный, духовный. А Бог есть Бог. Это совершенно другая субстанция, совершенно другая физика. То есть физика по-гречески природа. Природа Бога другая. Скорость
там не такие неимоверные, что даже архангелы не в состоянии понять Бога. А люди тянутся, многие считают, что они богами будут, потому что внушили, начиная с сатаны. Сатана сказал Еве, ты будешь богом вместе с Адамом, если будешь меня слушать, сатану. Вот с чего пошло. Раскачивая тщеславие, мы скоро богами станем. Ну, просто человек сияет от ожидания, когда же он станет богом. Причем, если Бог творит вселенные и творения всевозможные, то человек не создал ни одной пылинки еще. Попробуй что-нибудь сотвори. Кроме пакости ничего пока. Вот и все. И ад – это не уложение Господа Бога. Ад. Ад создали мы. Тьма – это не есть зло. Вот тьма, а вот свет. И мы существуем между светом и тьмой. Выбор – туда или сюда. Зло возникло от того, что Люцифер, который тоже не зло, ложное начало, он предлагает соблазны. Кто не поддался соблазнам, пожалуйста, проходи. Но если ты поддался, он говорит, Господи, ты посмотри, какие они пакостные, только им чуть-чуть дай соблазны, ему какие. И за что ты их любишь? Это, можно сказать, профессор, это лаборант. И лаборант решил сравняться с профессором. И решил ускорить процесс эволюции. Ему поручили курировать людей. Он сказал, зачем их долго тащить по этому маршруту? Я им поставлю жесткие условия. Попался в силки соблазна, конец тебе. Прорвался, иди. Вот же что произошло. И люди все попались, потому что еще не окрепли, они еще были слабые слишком. Это пишет Абдушин об этом как раз. И в главе «Тайны Люцифера» он описывает, что это такое. Сатана – это не какой-то там козлокопытный, как его там эти адепты его рисуют. Это очень красивое существо, это архангел падший. Но он абсолютно холоден, как вот в мультфильме «Снежная королева». В нем нет тепла, в нем нет любви, он очень жесток. Поэтому, естественно, что все, что лишено любви, не может в творении существовать в гармонии. А раз он лишен любви, он и нас лишил любви. По нашей воле мы его выбрали. Теперь немножко о Библии. Есть Ветхий Завет, есть Новый Завет. В Ветхом Завете есть такие вещи ужасные, что когда говорят, что это святая книга, кто читал, это не знает, это можно это с больной головой так считать, что это святая книга. Что там призывы разбивать младенцы, головы младенцев, а стены городов есть призывы в песнях Давида. Есть кто-то там победил Бога, который Бог с ним боролся, он с ним справился и так далее. Такое тут и так далее. Поэтому Иисус когда-то пришел и упрекнул их, что что же вы вот этому всему верите? Моисей вам дал законы, вы их обошли и сотворили свои законы. В Ветхом Завете все это есть. Он пришел и разнес пух и прах, и практику, и теорию ветхозаветную, за что его, собственно, и убили. Но Новый Завет состоит из Евангелия одно, второе, третье, четвертое, потом идут послания апостолов, и потом в конце Апокалипсис, то есть Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис – это не конец света, а идет Откровение, по-моему, да? Так, Откровение – это и есть Апокалипсис, переводит Откровение. Вот конец света – это вообще неправильный термин. Конец веков тьмы наступит, тьма исчезнет. И в том числе и носители тьмы, все, кто не желают исправиться и будет продолжать полыхать грехами, им тоже конец. Потому что если навести генеральную уборку на земле, оставить почкунов здесь, никто не собирается. Их уберут тоже. В Евангелиях, в этих четырех, если вы внимательно почитаете, прямой речи Христа исчезающе мало. Здесь, 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 здесь. Поэтому даже взять Нагорную проповедь, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я рассказывал как-то, что первые мои попытки, потому что я уже в первый год, когда этим заниматься начал, я понял, что я пытаюсь выполнять заповеди, и ни больше, ни меньше. И вот тогда надо Библию почитать, может, она мне поможет. А мне прям пошел текст, тебе Библию читать рано, ты ничего не поймешь там. И я сначала насупился, что ж такой тупой. Мне говорят, не в этом дело. Просто сначала ты должен что-то сделать с собой, измениться. Иначе ты не сможешь отделить, что там от Бога, а что от человека.
Прошло несколько лет, и когда я был допущен до Библии, вот читаю эту фразу «блаженный нищий духом», и мне слово «нищий» неприятно, остальное нормально. То есть у меня появился сепаратор. Когда душа освобождается от греха, луч света в тебе не дает приблизиться тьме, лжи отбрасывается. Ощущением отбрасывается, это приятно, это неприятно. Когда я стал думать, никак не могу сообразить, что же это за фраза. Нищий духом, не просто имуществом, а духом. По конструкции этой фразы, нищий духом – это слабый духом, правильно? Что еще можно сказать? На другой странице того же Нового Завета написано, «Царство Небесное силой берется, силой духа». И я говорю, я как представитель логики, говорю, я за сильным духом. Бежать вверх по лестнице только сильнее может, слабый будет внизу болтаться. Следовательно, что-то надо понять, почему сказано так, а здесь так. Если я за это, я должен понять, что это такое. И вот тогда у меня подсказка пошла. Я в Донской монастырь поехал, и около статуи Христа запросил, потому что многие вещи я проверял, что тогда слабоват был все-таки. И мне показали, сидит группа людей вот с такими повязками, длинные волосы, листают книги и что-то пишут из одной в другую. И я понял, переводчики. Что-то с переводом было не то. У меня правильно. И вдруг слово полыхнуло, просящие. Первые были слова, написаны от первоисточника. Блаженный, просящий духом, или Царство Небесное. Какой-нибудь там с арамейского переводил на римский там, или какой, на итальянский, на какой там язык был раньше. Блаженный, просящий, попрошайки, блаженный, нищий, то есть попрошайки, искажено, чуть-чуть как бы семантика слова искажена, то есть смысловая нагрузка слова искажена. А блаженный, просящий, почему мне от этого стало хорошо? Вот человек и его мозги, которые еще опутаны тьмой, да еще такие препятствия, а вот дух и душа, а вот Бог. Бог слышит нас только тогда, когда Дух беседует, потому что линия Бог и Дух, и его ребенок, они всегда включена. Но для того, чтобы вот провести эту беседу, надо как минимум поверить в свой Дух. А люди не верят. Люди верят, что я мозги и тело. Умер, все, нет меня. Это из, наверное, 7 миллиардов верят 6 миллиардов и 999. А верят в это очень мало по-настоящему. Соответственно, чтобы... Блаженны просить духом, вот они будут спасены. Что живая душа еще и вера есть. И есть великий смысл тогда в этой фразе. Что мозгами до Бога не достучишься. И даже чувствами можно лизать иконы ходить, целовать и плакать, а жизнь будет все равно плохая. Пока ты не начнешь бороться вот с этой тучей черной, которая мешает тебе связаться. Потому что физика разная. Еще раз говорю, тут скорость волны одна, а здесь скорость волны другая, здесь третья. В этом эфирном мире четвертая, в сущностном пятая, в духовном бессознательном шестая, а в сознательном еще быстрее. По степени приближения, по ступеням приближения к Богу идет более быстрая волна. Поэтому единственная волна, способная связаться на этой скорости, только вот эта. И эта фраза объясняет это. А переводы, к сожалению, даже Абдуршина переводят. Чем дальше переводы, тем больше уходит от того, что было от первых переводов. Потому что переводчики, к сожалению, абсолютно бездуховны. Их не интересует смысл. Им главное заработать деньги от перевода. И как они переводят, абсолютно не важно. И Ветхий Завет, когда переводили, называется Септуагинта. Перевод 70. 70 человек переводили. Они были разные. Так что говорить о том, что эта книга святая, мало того, что искажения были, а потом ведь над головами вот этих вот переводчиков работал сатана со своей командой и вкручивал, чтобы увести подальше от сути. Поэтому первыми христианами расправлялись очень быстро, что христианство еще было живое. А когда оно в течение 100, там 200, 300 лет стало расползаться и стало получать вот эти неисправимые моменты, оно перестало защищать людей, оно перестало быть сильным. И тогда Константин разрешил, черти сказали, ну такое христианство нас устраивает, разрешаем, перестали бороться. Ну, не так уж совсем перестали, ну, по крайней мере, уже такого нашествия не было, что убивали там людей и все. Это вот одну фразу мы препарировали. И таких фраз много искаженных. Вот, и можно сказать,
Библия, если взять прямую речь Христа, выбрать и сложить, как бы, получается очень простая, строгая и ясная религия, совершенно простая. Кто нам не дает подступиться к этой простоте? Мозги. Во-первых, страх. Ты против кого поднялся? Против церкви? Против истины? Там написано в конце Библии, что кто добавит или прибавит от Слова Божьего, не будет включен в книгу Бытия. Все, конец тебе. Я говорю, я как-то это почему-то не боюсь. Моя душа говорит, все нормально. А те, кто боятся, вот на эти искажения среагируют и принимают это все, булочку вместо изюма, говорю, там тараканы, ешьте эту булочку, пожалуйста. Но чтобы съесть эту булочку, надо тараканы выбросить, мне неприятно. А оставить то, что правильно. И там, где апостолы говорили правильно, тоже здорово. Потому что те моменты, которые не поняли, ведь апостол Иоанн сказал, вера без добрых дел мертва сама по себе. Это сказал Иоанн. А Павел сказал, добрые дела не в счет, только верою спасаемся и кровью Агнца. Тогда я сказал, если я съел просфору и когор, могу делать все, что хочу. Почему это добрые дела? Мы так и живем. Так что мы живем не по Христу, а по Павлу. И у нас не христианство, а павлианство. У нас еще там по каким-то апостолам варианты. Поэтому их слишком много. Почему? Потому что лентяям удобно не этот труд совершать, достаточно тяжелый, а и плестись за теми, кто ошибся, потому что там нет труда такого серьезного. Главное, вот верь слепо, верь во что-то. Вера предков, нам говорят, вера предков. Какая вера предков? Во-первых, она все время менялась, кто знает историю христианства. Особенно при Алексее Михайловиче, когда староверов начали жечь и прогонять. Были и такие молоканы, я с ними встречался в Азербайджане, когда лекции туда читал, в Баку. Меня пригласили, говорят, интересно, приезжайте в один колхоз. Я говорю, еще сохранился колхоз. Это в каком-то 98-99 что ли, году это было. Поехали туда. Да, действительно, колхоз. И вот у них, они считалось, секта. При Екатерине II их выгнали из России. Вот. Там почему они молоко как-то, на молоке что-то пьют. Молоко, я же забыл. Они мне объясняли. И я им прочел эту лекцию. Они говорят, так мы тоже так. Потому что, когда мы идем к священнику, нам вот так говорили еще 300-400 лет назад. Они, говорят, сами жадные. У них монастырские земли. Они заставляют пахать. Почему мы отделились и стали создавать свои коммуны вот эти все. Потому что Бога мы найдем и без них. Без тех людей, которые эксплуатируют нас. Причем здесь рабский труд и Бог. Мы хотим сами. Мы их объявили сектой. И вот там, значит, у них свои. Они говорят, оставайтесь у нас, мы вам каменный дом дадим, он у нас есть, с колоннами. И только живите, там красивые горы, все это от Баку километров 150-140 где-то так. И, ребята, мне же не только вашим колхозным лекции читать, мне надо ездить по России, потом, может, еще куда-то. То есть я говорю, я такой, у меня картинка пошла, когда в 94 году со мной начался этот процесс. И так мне показали. Это сплошные дороги. Дороги, автомобили, самолеты, поезда. Вот так. И в конце концов я вкатываюсь под Эйфелеву башню. И мне говорят, все, финиш. Я говорю, когда меня во Францию позовут, значит, скоро будет конец. Я шутку говорю. Ладно, посмотрим. Ну, может, это не так, я просто шутку для себя говорю. И вот именно если выбрать Христа, можно сказать, что это и было Слово Божие. И вы найдете, если честно будете читать, что между Словом Христа и Словом тех людей, которые потом мемуары писали о себе и о Слове Божьем, конечно, расхождение большое. Поэтому Иисус был опечален этим. И первая глава, первый стих говорит, что Господь Бог дает через Христа, через раба своего, еще там Иоанну, тому, чему надлежит быть землей. С этого начинается апокалипсис. И во вторая глава, которую он обвиняет, апостолы лгут. Неважно, они, естественно, что они не со зла это делают, несознательно, они просто не все поняли. Почему? И когда я стал искать, а почему, скажем, Павел так повел себя в его послании, по-моему, Галатам. Галаты – это современная Турция, Галатия была такая. Там пишет, что
Петр наш апостол живет с этими, с идолопоклонниками и ест идоложертвенное, то есть ну, запрещенную еду, как бы. Вот, поэтому он его обвинил в коррупции, фактически, в том, что Петр не соблюдает того, что говорил Иисус. В Коринфянам, там послание евреям, послание фессалоникийцам там, и так далее, везде. Не слушайте никого, слушайте меня. Они врут, они неправильно. Я думаю, что это он так ополчился на всех остальных? Нашел литературу, нашел исследования юристов даже по поводу, вот, почему его кто казнил и так далее. И столько перелопатил литературы, и в конце концов нашел, что Павел не дружил с иудохристианами, те, которые были с Христом. Ведь он преследовал христиан при жизни Христа, смертные приговоры им подписывал и так далее. И спустя только после смерти Христа он пришел к христианству. Вот. А иудохристиане, апостолы, те, которые были с Христом, они ему не верили, они думали, что он агент Синедриона. И Павел ревновал их, потому что тем больше верит мне. Нет, там такое было. Это просто все скрытая история, и никто в это заламинировано, что это все там все святое было, и все, нельзя трогать, и нельзя эти обои отрывать, чтобы клопов не увидеть, как говорится, все там было. И вот, и поэтому, конечно, все это надо знать. А почему Павел, скажем, ввел вот эту вот жертву? Это именно от него пошло, что Иисус кровь искупил. Тогда я стал читать биографию Павла. Он учился на раввина. Тогда надо заняться иудаизмом. Разобрался там, нашел в главе, по-моему, Левит, каким образом древним евреям искупался грех. На жертвенное животное накладываются руки, стряхивается грех. Животное ритуально убивается, грех уничтожен. Еврей чист. Это же магия. Поэтому Иисус пришел, сказал, Бог хочет милости, а не жертвы. Причем здесь животные и ваши грехи. И когда он доказывал это, причем очень умно, он побеждал в любом споре всегда. Поэтому поняли, что если он его оставит живыми, все, люди начнут уходить из храмов. Значит, что нет человека, нет проблемы. Всегда так решалось. Убить. Хотя многие, в том числе и некоторые священники, понимали, что перед ними не человек, а действительно пришелец сверху. Это его не спасло Христа. И Евдушин пишет, что во второе пришествие, зная, каковы люди, он будет достаточно долго скрыт, этот пришелец, и откроется только тогда, когда накануне, вот перед этими событиями, не знаю за какой период, неделя там или 10 дней, выйдет в открытую, начнет попытка его убить, естественно, не состоится. И в Библии это описано в Новом Завете, в Откровении на Богослов, то есть Апокалипсис. «Цари земные отдадут свою власть и силы зверю, и будут с ним заодно, и вступят в брань с Агнцем, и Агнец их победит». То есть воля Божия сильнее, чем все цари земные, со всеми их спецслужбами и так далее, и так далее, и так далее. Вот примерно при нашей жизни что состоится. Только точно срок неизвестен, когда. Но Иисус сказал, что когда будет глад и мор, и войны, и военные слухи. Есть такое? Есть войны, военные слухи. Народ на народ пойдет, царство на царство, брат на брата. Пожалуйста, вам Донбасс, пожалуйста, вам Ближний Восток. И по причине беззакония во многих охладеет любовь, проповедано будет Евангелие, царство проповедано по всем народам. И тогда и придет конец. И такой ужас придет на землю, которого от сотворения мира не было и после не будет. То есть мы переживем достаточно тяжелые времена. Вот. И об этом надо знать. И когда меня упрекали, что я пугаю народ, я говорю, тогда начинайте обвинять Христа. Он сказал, что это будет, и я писал, при каких обстоятельствах. Они, эти обстоятельства уже есть. Тогда вы, говорю, как церковь, вы как храмы, почему вы Христа тогда не обвиняете? Тогда скажите, зачеркнуть Новый Завет, он нас пугает, что нас судить Бог будет. А я только вторю, я говорю, повторяю то, что он говорил. Я не знаю сроков. Но он сказал, что в ответ на вопрос учеников, а когда это будет? А когда вы все это увидите, знаете, что при дверях стоит. Вот, он в любой момент может произойти. А час и день знает только Отец. Ни ангелы небесные, никто. Какие вопросы есть? Николаевич, ваше отношение к молитве? Давайте препарируем молитву. А вы можете включать душу. А я помолюсь вместе с вами. Отче наш, сущий на небесах,
Во святится имя Твое, да будет воля Твоя, а не моя. Да придет царствие Твое, как на небе, так и на земле, состоится здесь. То есть я зову волю Божию, а сам пытаюсь этой кривой волей своей продолжать грешить. И когда эта воля на меня обрушивается, по моему же зову, мне становится плохо. Я говорю: Господи, что ж так плохо-то живется? Если Бог с нами прямое дело, то ты же меня зовешь. Поэтому тебе по ушам за твое поведение. Чего ж ты меня зовешь тогда? Так вот, если на человеческий язык перевести, а дальше. Хлеб насущный дай на сей день. Что человек просит? Укажу свои просьбы. И когда-то я себе сказал, что я прошу. Я говорю: а мне нужно... Я работать буду, и в результате победы над грехами у меня сама жизнь исправится. Что ж тогда я прошу? А я, Господи, прошу, мои ошибки быстрее высвети. В моем чуланчике еще не все углы мне понятны. Вот светом выяви, что во мне еще такого плохого, чего я не вижу. Хлеб дай мне насущный, то есть свет мне нужен. В помощь мне для работы я ничего больше не прошу. Иногда прошу, правда, защиты, когда бывает, ну, настолько тошно, вот наваливается день, два, три, ну, просто невозможно, ну, дайте мне хоть день один отдохнуть, потом дальше пойдем, а да, облегчение идет. А дальше: Господи, прости долги мои, как и я прощаю должникам своим, причем человек этого не прощает. Он думает, что простил на словах, этого достаточно или подобно. Бог видит, как говорит, прощаешь, так и ты не прощаешься. Поэтому грехи, хлам копится на земле в огромном количестве, а прощения нет, то есть он не уменьшается, никто не работает в этом направлении. Потому что можно пойти в храм и вроде бы списать это, да не спишется ничего. Если в храмах так смахивали бы грехи от имени Господа Бога, такого ужаса на земле бы не было, все бы туда просто толпой ходили и постоянно бы смывали эти грехи, тогда и не страдали бы. Илья Николаевич, а вот как помочь воспитанию взрослых уже детей? Как им подсказать правильную дорогу жизни, чтобы не навредить им и в то же время была помощь? Хорошо, я единственную последнюю фразу молитвы до всегда расскажу. Отведи от искушения, избавь от лукавого. Правильно так звучит. Опять перевод. А написано, что не введи в искушение и избавь от лукавого. А в Библии написано немножко дальше: Бог никого не вводит в искушение и не искушается злом сам. И я с этим согласен. Потому что дьявол вводит в искушение, а Бог нет. Поэтому отведи от искушения, то есть защити меня от этого. Я еще слабый христианин. Помоги мне устоять вот в этом эпизоде, в этом. Я крепну, потом я буду сам сражаться, но пока помоги. Вот смысл-то всего. А люди как трогать? Это же молитва от Бога. Я, от Бога было одно. Переводы дали другие. И почему это? Я исправил переводчика, а не Бога исправляю. Потому что есть великая логика, а там никакой логики нет. Причем противоречит один текст, противоречит другому, полярно противоречит. Один говорит, что спасаемся верою и кровью, а там написано: вера без дома мертва сама по себе. Тут написано силою этим, а тут говорится: нет, нищий духом. Тут вот так, а тут вот так. И все это принять как истину. Ну, извините, я это самое, не фикус, чтобы воспринимать все, не думая ничего. Вот нас пытаются в фикусов превратить. Растите себе вот здесь, пока не засохнете. Теперь на ваш вопрос. Чтобы помочь нашим детям, нужно им дать пример. Наши дети великолепно чувствуют своих старших товарищей, не только родителей, но и окружение. И они копируют нас. Вы сами знаете, что маленькие дети, они как обезьянки копируют взрослых. И у них это превращается потом как в систему. Как человек ведет себя взрослый, так и на улице, как ведут себя там эти, и везде беззаконие, везде люди как-то вот так и так, и они вплетаются в этот процесс. Поэтому, чтобы противостоять этому, надо дать пример на уровне родителей и взрослых. Когда человек сам так ведет себя, и видит ребенок, что маме и папе очень хорошо, что они дружные, они еще любят, они сияют, а когда он идет на улицу и видит, что он дрязги и то-то-то, он говорит: мне тут лучше. У них хорошие папа и мама, они вон какие сильные, они всегда решают вопросы, они не ругаются, они так далее. Вот это нужно в семье. И тогда ребенок защищен вот этим теплом, любовью, и пример есть. Ну что, давайте еще вопросы какие. Кто такой зверь в Библии? Тьма, сатана.
и так далее. Там, правда, есть какие-то варианты, что будет там какой-то лжепророк, и перед ним будет какой-то этот и так далее. Но мне кажется, что в эти дебри не надо лезть и разбираться. Потому что основная задача наша, это, используя именно христианство, выбраться из этого болота. Просто нужна конкретика, вот она вам, конкретика дана. Она проверена годами уже, она действует прекрасно. Поэтому я и говорю, что я не верю, что Бог есть. Я знаю, что Он есть. У меня убежденность. А убежденность дается только опытом. В любом процессе, вот как это строго научно, опыт подтверждает теорию. Теория без практики мертва. Поэтому люди, которые не выполняют заповеди, для них эта теория мертва. Потому что теорию надо проверить на практике. Когда я проверял христианство на практике, многое шелуха отвалилось, я понял, что это ложь, это ничего не дает, это пустышки, не соответствует вот этой простой ясной идее или сверхидее. Вы в России еще будете выступать? Буду, но временно пока. Почему я, скажем так, ограничил там? Потому что последние мои лекции приходят фактически одни и те же лица. Ну, там наши пришли ученики, ладно. Но приходят люди, садятся, и вот так им хорошо становится от этой энергии. Они как эти батарейки заряжаются, и при этом ничего не хотят делать. Вы когда снова приедете? Я говорю, я еще не уехал. Ну, вот так хорошо, говорит. И вот ездишь, я ведь раньше ездил в горы, в каждый город обязательно в месяц раз приезжал. Я так посчитал, как-то посетил, я около 50 городов прошел в России. И за рубежом читал, когда вот ездил на курорты, я там лекции читал для той диаспоры нашей, которая там отдыхала. Никому это не надо. И вот эти люди просто иждивенцы. Давай, давай. Палец о палец никто не хочет ударить. А ведь это процесс, во-первых, достаточно дорогой, особенно сейчас вообще. Если раньше там 20 там, тысяч за зал и 50 тысяч за эфир, а сейчас за несколько лет, наверное, раза в 3-4 все подросло. То есть мы должны это собирать деньги, а народ, ученики у нас, не богатые, потому что богатые люди в эту зону особо не идут. Помните про верблюда это, игольчатая ушко? Вот. Помощи материальной нет. Следовательно, мы должны это собирать ради чего? Ради того, чтобы еще раз лентяи это выслушали все. И у меня ощущение было. Ведь добро есть высшая мера полезности. Если что-то не полезно, зачем это делать? Зачем тратить энергию, силы и средства, в том числе и не мои, чтобы просто впустую все это? Поэтому я тогда запросил, я тоже помолился и сказал, мне говорит, жди. Жди, когда что-то произойдет. Чтобы народ проснулся, как и пишет в душе, надо его встряхнуть. Потому что сколько ни приходили пророки, кончилось это все одним и тем же. Либо их прогоняли, либо убивали. Так что и Иисус был тем же самым подтверждением. Поэтому, говорит, как бы Горбатого только могила исправит. И Абдушин пишет, только великий страх, величайший страх может заставить хоть какую-то часть населения посмотреть туда. Вот и ждем каких-то событий. Да, пожалуйста. Юрий Николаевич, это на зеленой книжке написано послание Граля, да? Вот само слово Граль. Что это значит? Дело-то в том, что, помните, была легенда, она и в некоторых фильмах просматривается, чаша Грааля. То есть так, та чаша, в которой капала кровь Христа, это все ложь. Это совершенно не та чаша. И есть и легенда о Святом Граале, про Фортаса, там это рыцари круглого стола и так далее. И даже это сильно искажено. Чаша, это вспоминается именно... Если это Творец, и это Божественный мир со всеми другими, скажем так, закономерностями, начинается творение, сотворенный мир. Это все вибрации, альфа и омега творения. Первая и последняя буква греческого алфавита. Что это значит? Что все волны, которые вообще существуют, присутствуют здесь. От самых длинных до самых коротких. От самых медленных до самых быстрых. Поэтому... Вот есть такая математика, лямбда, длина волны, обратно пропорционально периоду колебаний. И если длина волны, вот волна, вы знаете, да, вот такая, если вытягивает всю волну вот так, к чему она стремится? К бесконечности. Поэтому можно сказать, лямбда стремится к бесконечности, как вот стрелка, только стремление, стремится математически это.
А дальше? А если ее сплющивать? К чему стремится длина волны? К нулю. Длина волны стремится к нулю. Вот, пожалуйста, вам математическая запись. Все волны здесь, все вибрации. А у Бога крестная сила, вот эта, она вибрации не имеет. Там идет как и взаимно компенсирующие два потока правого и левого вращения. Как стоячее что-то, она настолько мощная, что вот она и творит как раз. Человек этим не располагает. Человек излучает вниз и вверх. Я смотрел, когда первое свое поле, вот вращение, вот это как поле Земли, да, есть силовые линии. В ноги, в руки входят, в голову так. Идет поток света так, и идет поток света так. И туда, и сюда одновременно. Для мозга это понять сложно. Вот. Это духовное, сущностное животное. Они излучают только вниз. Мы излучаем и вниз, и вверх. Если избавить нас от тела, дух как поплавок, все туда уходит. Вот. Поэтому мы здесь присутствуем, и поле наше должно быть гармоничным. То есть вот эти вот потоки не должны нигде прерываться. А у нас из-за того, что мы творим что-то, какие-то формы, у нас пробки то в ноге, то в руке, то здесь, то здесь, то здесь. Мы эти называем меридианы. Меридианы не работают толком. Энергия запирается, и когда она попадает на эту пробку, а ей деваться некуда, она начинает разрушать здесь, появляется болезнь. Вот поэтому, когда исправляешь все неправильности, постепенно эти пробочки уходят, и возвращается вот этот поток, начинает цветь, как свежая вода тебя промывать, промывать и промывать. Становится нормально все. Когда-то индусы вот эту систему разобрались, чакры так называемые. Вот, скажем, шестая чакра у людей. Почему барахлит? Измы. Материализм, фанатизм и так далее. Измы – это идея ложная. Национализм, ненависть по этому принципу, по религиозному принципу и так далее, и так далее. Если человек хорошо поковыряется в себе, поскольку верующих почти нет, настоящих верующих, не религия там его ведет, не то, что одна религия ненавидит другую. Если он честен по отношению к себе, религия – это камуфляж. Ему нужны деньги, вот те, вот те. Ему нужно отомстить тому и тому за то, что это, за то, что его жизнь не состоялась. Мотивация совершенно другая. На почве религии то, что вот творится, это абсолютный камуфляж. Нет этого. Везде идет борьба, так сказать, шкурные интересы и все. На государственном уровне, на человеческом, на бытовом уровне, на клановом уровне. Везде идет грабеж, прикрываясь только этим семьям и так далее. Это вот измы все. Поэтому голова – источник всех наших бед, горя от ума. Если взять вторую чакру, поясница, неверные отношения, мужчина и женщина, родители, дети, подруги, друзья, бьет сюда. Зависть мужчины или женщины к другому, к другой особи, которая красивее или лучше устроена, вот сюда бьет. Если материальная зависть, бьет по третьей чакре, материализм, жадность и так далее, и так далее. Ну, не буду все рассказывать, потому что каждый луч, он за что-то отвечает. Был такой луч, красный, розовый сейчас вместо оранжевого. Это желтый, зеленый, голубой. Был синий, стал белый, а этот был фиолетовый, стал пурпурный, темно-розовый. Немножко спектр изменился в двух чакрах. Почему? Я спросил. Потому что свет был до второго пришествия, свет был, как индусы его разобрались. А пришелец принес немножко другой спектр, более такое коление другое в составе этого белого света, немножко другой набор лучей. И мы когда-то проверяли с очень сильным экстрасенсом, который говорил: «Вы что, опротестовали опыт веков?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Ну не могу же я прав, и вы быть правы». Я говорю: «Давайте скрестим мечи». Я полгода этим занимался, это был 94-й год, а человек занимался этим лет 25. И в ашрамах жил в Индии и так далее. Ну давайте, я говорю, только это мы, естественно, не воюем, но вот как это, рестайлинг, или как называется, борьба, ну, продавление. И он буквально в течение 10-15 секунд проиграл, но мне, говорит, стало очень хорошо от проигрыша. Я говорю: «Я вас продавил». Он говорит: «Сколько вы этим занимаетесь?» Я говорю: «Полгода».
Ну да, это я вынужден принять, что это лучше, это сильнее. А я тогда просто не понимал, а потом, ну, откуда это пришло? А мне говорят, отсюда пришло. И на земле сейчас этот призыв идет, этого луча. Давайте, 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 поднимайте, кто еще способен. Не Бог должен вас искать, вы должны найти это вам нужно. Богу люди, в общем-то, не нужны. А нам Бог нужен. Суперпозиция другая. Для Бога вот это, скажем так, абсолютно малая величина. И только доброта и любовь Божия к нам, к производному, дает нам поддержку. Но он может в любой момент отключить это все. И абсолютно при этом не пострадает. Что еще? Какие вопросы? Скажите, пожалуйста, а пониженное или повышенное давление – это с сердечной чакры? Ну, это надо разбираться опять персонально. Потому что давление может быть из-за сердца, а давление может из-за почек быть. Там и суть. Из-за надпочек. А? Из-за надпочек. Ну, я имею в виду, это либо здесь, либо здесь. Бывает, и что иногда нехватка определенных гормонов, есть такой вазопрессин, и он регулирует это, сколько воды в вашем организме. АДГ. Вот такой антидиуретический гормон. Вот если он там, скажем так, запер у вас вода, и если он, его повышенное количество, вода сбрасывается, у вас организм обезвожен. Тогда кровь густеет, и из-за этого тоже давление может подниматься. Потому что проталкивать сердцу массу более вязкую сложно, это уже как инженер говорю, хотя я не врач. Какие просто, да. А про вегетарианство что можете сказать? О вегетарианцах? Угу. О вегетарианстве вообще. Ну, хорошие люди, но я мясо люблю. И могу сказать, что... Возможно ли, ну, жить часто и питаться? Я однажды с вегетарианцами спорил. Они говорят, вы такой человек, как вы можете вообще животных есть? Я говорю, а как вы можете обувь из этих животных носить, а? Какая разница? Они так, уел нас, ну что ж. Так же зелень жалко срывать. Да нет, но дело-то в том, что Библия говорит устами Бога, не только плодитесь и размножайтесь, дал нам вариант размножения, но еще и сказал, ешьте вот это и вот это. В том числе и дичь, и то есть. Вот, и почему? Абдушин говорит, что полезно ли вот вегетарианство, воздержание. Он говорит, человек всеядное существо, и если у него вот как бы аура, если он не будет кушать мясо, у него какой-то из звенка эманации пропадает целый спектр. Нам он не хватает. Я раньше этого не понимал, но когда встречал вегетарианцев, я не понимал. Ну, хорошие люди, но у меня что-нибудь... А что-то вот нет в них. А я не понимал, это на уровне излучения происходит. Нормальные люди, хорошие, добрые, ну все. А что же в них там такое? А потом Душенко, когда прочитал, говорит, а тогда вот части эманации нет, нехватка. Дыра будет. А для Эроса это очень важно. Полная чаша должна быть. Естественно, что много мяса кушать не надо. Вот. Во-вторых, если мясо кушаешь, это как-то белое мясо. Это баранина свежая, это телятина, это птица. Я практически свинину вот не ем. Мне говорят, ты мусульманин? Я говорю, нет, но я почему-то не люблю свинину, не знаю. Если съем, я могу иногда попробовать, но в принципе меня к ней не тянет. Но сало-то можно. А? Сало-то можно есть, да? Сало можно. Сало. Ну, все в меру. Всегда чувство меры должно быть. Потому что организму иногда нужно. В чем, скажем, сало? В свежем, вот это же не вареное, не жареное, ничего. Там есть определенные вещества, которые человеку тоже необходимы. Полезны очень. Есть хорошее сало, там съел 2-3 кусочка, и смотришь, как организм тебе благодарен. Почему люди любят, когда выпивают, сальцом закусывают? Выпивать тоже надо знать как. Нет. Хорошее вино, если настоящее вино, это же солнечные консервы. Там очень много микроэлементов, не меньше, чем в меде там и так далее. Поэтому ну, выпить хороший бокал вина там, что же в этом плохого? Опять же, обращаясь к Новому Завету, и возлежал Иисус с учениками, и пили вино. То есть... А водки тогда не было, это Менделеев придумал. Вот. Да. Столовое вино, номер там 21, что ли?
А большевики потом стали это проталкивать, спаивать народ в 30-х годах. На работе заставляли пить водку тогда. А потом, когда народ стал спиваться, ужаснулись, а кто же работать будет? Сначала надо было оболванить народ, чтобы он не поднял восстание против них. А потом, когда работать кто будет, мы-то работать не хотим. Большевики привыкли командовать только. Разрушать, а вот созидать что-то получается. За это и Пастернак поплатился, и доктор Живаго. Там же есть этот мотив, что он прям фраза, что большевики хорошие разрушители, но создавать они ничего толком не могут, потому что у них не получается. У них базовые элементы не соответствуют, стимулы труда отсутствуют. Все время как коту вот это перед носом кусочки сала. Вот тебе счастливое будущее. Пошли, 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 пошли. 70 лет, сколько? И в конце концов рухнуло все. Потому что это ложь. Сколько можно работать, непонятно за что. Когда любой проходимец алкоголик получает ровно столько, сколько талантливый человек. Вот еще этого талантливого человека топчут ногами, достоинство унижают и прочее. Поэтому таланты начинают пить. Почему? Что такое спирт или там алкоголь или наркотики? Это же блок. Я не могу воспринимать эту жизнь в той форме, как это есть защита от реалий этого мира. Что я выпил и какое-то время забылся. Вот. Поэтому, когда человек выходит в этот створ, я говорю, мне не надо пить. Я нашел то, что без алкоголя меня радует и держит меня на плаву, и у меня жизнь нормальная, она состоялась. Мне не надо защищаться каким-то спиртом. Во-первых, он меня и не пьянит, я не хмелею. Поэтому даже бессмысленно мне вот напиваться. Я могу пить, пить, пить. В результате чего? Я хочу спать уже. Ну, никакой радости у меня нет. Только утомление и желание поспать. А тогда зачем пить? Не вижу смысла. Ведь вот вино с беседой с хорошими людьми. Посидели, бокал вина. Вон, в Греции мы были. Великолепное вино. Недорогое, вкусное и не хмельное. Посидели. В Испании? В Испании? Да. Испанское вино я тоже покупал. Итальянское, испанское, чилийское, греческое, вот теперь знаю. Но главное, чтобы оно было натуральным. Конечно. И немножко, хотя бы несколько лет выдержки. Либо очень свежее, когда виноград отдавят. Я сам когда-то виноград ногами давил, у меня сад был. Вот, и давил, в конце концов, где-то мне 13-14 лет было, я впервые попробовал настоящее вот виноградное вино, первое, вот, которое с пузырьками. Оно как шампанское, настолько вкусное, но оно, правда, в голову сильно бьет. Так что, ну, это мы отвлеклись, да. Расскажите, пожалуйста, как помогать вообще другим людям? Сначала себе надо помочь. Нет, я имею в виду материально. Ну, вы какой-то абстрактный вопрос ставите. О том, в Библии говорят о том, что просящему тебя дай, и хотящему занять у тебя не обращайся. Ну, вот как бы... Смотрите, это надо разбирать целые группы вариантов. Во-первых, кто перед вами? Если человек действительно пострадавший, по-настоящему человек под хороший, пострадавший, он даже не просит, у него в глазах это есть. Ну вот хочется и помогите. А есть люди, которые дай, причем смотришь, человек способен работать, и можно сказать, ну дай тогда лопату ему. На тебе лопату и заработай. Как мне иногда, помогите, у меня там вот разболелся то, я говорю, чувствую по голосу, прям вот надо, можешь, помогай. Я по тембру ощущаю вот качество человека. Я говорю, а почему вам должен помогать? Ну, вы же можете. Я говорю, хорошо, я помогу. А вы мне приезжайте, полы помойте в квартире. А почему я должна вам полы мыть? Я говорю, а почему я должен помогать? То, что я сделаю, намного сложнее, чем вымыть полы. Но человек палец о палец не хочет ударить. Зазорно. А почему я должен такому человеку помогать? Я, наверное, так останавливаю. Говорю, а почему я должен помогать? Подарьте, дайте на хлеб, даешь ему хлеб, он говорит, обижается на тебя. А где мясо? Он сразу говорит, а мясо где? Икру. А мясо дашь? А переночевать пустишь? А потом ляжу, говорит, а ты вообще иди отсюда. Мне тут хорошо и без тебя. Вот примерно так развиваются события. Так что надо знать, кому помогать. Я сегодня пример приводил, что помогая плохому человеку, я получил проблемы. Да.
Я помогла своему шефу, у него разбилась машина, я нашла, кто сделает ее. Это прям такой был просто феноменальный случай, что сделает один слесарь недорого, за 200 евро. А я знала, что у шефа есть немножко такая жадность. Но я сделала. И в этот же день я проехала по центру города на красный свет, где я заплатила 400 евро с лишением одного месяца прав. Я сразу поняла, что я помогла не там, где нужно. Я сказала, я только учусь. Одно из названий Бога – это жизнь. И жизнь нас учит, и судьба от слова «суд» происходит. Пожалуйста, нас окружают такие термины. Если мы их поймем, у нас много что прояснится. Давайте еще раз под занавес все-таки еще раз прокрутим. Главное, вы можете это даже где-то записать. Первый ключ – вера. Второй ключ – крещение. Далее – смирение. Концентрация обязательно нужна. И еще я что забыл? Цель. Это очень важно. И тоже фраза Христа это говорит. Вот хорошо, что я еще раз повторил. Цель должна быть духовной. Потому что многие люди пойду, а когда начинаешь беседовать, какова ваша цель? Ну, я болею, там это, говорю, а истинная цель? Я хочу выздороветь. Я говорю, в принципе, это неплохо, да, но... Я очень быстро понял, что я душу свою должен освободить от греха. Это главное. А в результате потом последствия здоровья и так далее будет возвращаться. Поэтому если у человека нет истинного желания, настоящего, подчеркиваю, не от головы, когда человек декларирует путешествие туда, а на самом деле его приковывают именно земные коврижки все эти, и карьера, отношения, может, с женщиной, с мужчиной, там, дети, вот это все как кумиры, вот они нас тянут, как цепи к земле. Все это нам нужно, и никто не отказывает нас любить родителей, детей и так далее, но это не должно быть главным. И тоже фраза, кто будет больше любить там жену, там, детей, больше, чем Бога, не войдет в Царство Небесное. Это не говорит, что нельзя любить ближних своих, это говорит, что это не главное в жизни, главное вот это. Мы не должны земное ставить выше небесного. Где богатство твое, там и сердце твое сказано. Поэтому если моя цель истина там, значит, у меня будет получаться, потому что я тогда все свои силы брошу на штурм небес. И тогда все, что со мной на земле не происходит, мне не столь уж важно и не столь печально. Я много терял и всегда говорил при этих потерях. Я потерял всего лишь деньги или потерял квартиру. Ну и что? Мы заработаем. Душа моя при этом, во-первых, это потеря, это искупление. Во-вторых, у меня душа расцветает, это чувствую по настроению. Главное, главный процесс идет. Все. Вопрос закрыт. Я перестаю печалиться. А люди, которые не могут эту цель оформить, говорю, 51% акций должен быть здесь, контрольный пакет. Если человек больше здесь, у него ничего не получается. Тоже проверено мной. Я уже и верил, и делал все, что мог. Но у меня не было тогда квартиры, у меня не было заработков. И я все время, где же мне жить? У меня семья, вот она, ее куда-то уже устроить. Я как мужчина, я человек, отвечаю за семью. Я ответственный человек. Я не могу, чтобы вот они жили где попало. Я говорю, я могу-то жить где попало, но они-то должны жить нормально. Вот. И все время нет... И так далее. И в конце концов чувство я пробуксовываю. Я пытаюсь заработать как-то деньги там туда-туда. Не получается ничего. И когда я сказал, да что будет, то будет, я пошел сюда, бросил свои силы, у меня стало все получаться. То есть я выполнил условия Бога, где богатство, и там все. Мое богатство, истина стала здесь. И тогда все приложилось, ибо Отец Небесный знает все, все фразы состоялись. Поэтому только практик может по этим фразам ходить, как по опорным точкам. Это мои камни, как помните, это пещеры Соломона, или как там, царя Соломона, что вот не наступишь, не на затком, провалишься. Вот для меня эти опорные камни были фразы Христа, и они все оживали и подтверждали мне, что я иду правильно. И тут состоялось. И эта фраза мне высветила, вот она цель, вот она вера, и так далее. Концентрация. Как видите, не так уж много слов, которые дают эту опору. Законы Божии и качество Бога помогает мне
в борьбе с грехами, в борьбе с эмоциями. Вот и Бог совершенство. Я говорю, если вы верите в Бога, Бог совершенен. А совершенство творит только совершенное. Значит, мир совершенен. Это мы несовершенны. И мы должны указать в себя пальцем. Потому что любая обида, любое уныние и так далее, это упрек Господу Богу, что Он мир плохой сделал. Потому что каждый эгоист требует, чтобы мир устроен был для его эгоизма. И все. А не проще ли подчиниться общим законам, а не своему эгоизму? Ну что, все? Пожалуйста.